Дорогие зрители, я не знаю, в какую из трех камер смотреть. Сегодня у нас очень необычный стрим, потому что с нами в студии прекрасный Филипп, не менее прекрасная Вспышка, и там еще на заднем плане сидят ребята, о которых мы расскажем чуть-чуть попозже. Сегодня они тоже прекрасные? Тоже прекрасные. По-своему? По-своему, конечно. Один больше, другой меньше. Разберитесь сами. Сегодня мы поговорим о советских линкорах. У нас, я даже не знаю, вот с чего начнем. Давай с Филиппа, наверное, да? Типа, ты сегодня у нас... Предыстория. Да, ты сегодня... История такая. Пришел ты ко мне, значит, пару дней назад, ворвавшись нагло в мою жизнь, и сказал, что нужно, чтобы в пятницу вечером было кого в Вспышке попытать. Так. Вот ну, я пришел. Правда, да. Отчасти правда, я пришел. Защищаешь честь этих... Нас. 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 А ты к нам пришел, потому что... История была такая. Звонит мне один ответственный сотрудник из Лесты и говорит: ребята, слушайте, у нас, ребята, ты Сергей, у нас советская ветка линкоров запускается, и у игроков есть пакет предложений, как они должны быть улучшены, и претензии. Претензии. К этим веткам. Ну, вопросы вообще есть, возникают. Новая же ветка советских линкоров. И говорит: хочешь, поиграй? Приходи к нам в стрим и задай все вопросы, которые у тебя появились, и заодно и вопросы, которые комьюнити глобально сформировало. У меня сразу, подожди, я тебя перебью, сразу у меня вопрос. Ты танкист. Как так вышло, что ты можешь в корабли? Легко достаточно. 25 лет игрового опыта, начиная там с измыльства, играешь в различные игры. Морской бой. Еще до появления и танков, и кораблей, и самолетов. В корабли я играл еще с альфа-тестов, когда это все было вообще в другом офисе и другие люди. Из личных достижений там даже как-то запотел в ранговый сезон и взял там почетные ранги. Но то это есть у него даже есть первый ранг, в смысле даже нету, да? У тебя это ультимативное как бы отсутствие рангового поэтому, сезона. Ну, плюс я люблю линкоры, это мой любимый класс кораблей, когда волна меня захватывает, и я играю в корабли. Короче, ты третейский судья, геймер, который нет предвзято ни за корабли, ни против кораблей. Вообще, я совсем не за вас, я здесь больше за игроков. Ага, я понял. Ну, потому что вас мало, вы разработка, а их много, они игроки. Хорошо. И они важнее в этом смысле. Для того, чтобы вас сегодня услышали, у нас есть целый чат на целом Ютубе, не только на Ютубе, еще на Твиче. У нас для вас сегодня заготовлено, наверное, перечислю что. Но перед этим я бы хотел показать двух молодых людей, которые сидят с нами в студии. Один из них — это прекрасный Иван Комаров, человек, который... Можно, Ваня, сказать, что ты отвечаешь за баланс? Да, в можно. В целом, да, и линкоров в частности. Да. Вот, и Михаил Припутин, который сегодня отвечает. Миш, за что будешь отвечать у нас? За что-нибудь буду отвечать. За что-нибудь будет отвечать. Чтобы мышка возилась по экранчику и стрелял корабль. Ребята будут сидеть играть, попутно отвечая на вопросы, которые связаны конкретно с балансом, прям с чем-то таким жестким. А теперь про то, что мы заготовили. У нас с вами к каждому линкору будет по вопросу для зрителей. И за правильный ответ каждому первому и случайному мы подарим, по-моему, по десятку контейнеров нашей советской арки, которая сейчас проходит. Также будут всяческие интересности со стороны Вспышки. Как удобнее, Вспышка или Сергей? Сергей, Вспышка, как Сергей, удобно. Да. Без Сергей, разницы, да? Да. Хорошо. Да. Сергей, он же Сережа, он же Вспышка. Я тоже хочу какую-то нормальную кличку, а то мне дали Галеркин. Мне так не нравится. У меня есть очень много вариантов прямо сейчас. Стоп, нет, давай на потом. Хорошо. Хорошо. За активности в чате я прошу тебя, если вдруг какой-то вопрос тебе понравится, да, ты сам листаешь, чат. Да, и я буду иногда зачитывать. Если кому-то что-то тебе понравится, захочется вручить, ты мне сообщай, звони в рельс, мы обязательно... Мне кажется, это самый лучший вопрос для начала. Егор, ты вообще спишь? Давай сразу этому человеку что-нибудь дадим. Дадим что-нибудь? Да. Владимир Борознов. Владимир Борознов. Режиссер трансляции. Отметьте его каким-нибудь образом, мы ему что-нибудь дадим. У меня синдром панды на самом деле пожизненный. Я таким родился, таким живу. Это как-то у всех белорусов, наверное, есть. Все, нам больше не интересно. Поехали дальше. Значит так, давайте начнем. Давайте сходу. Ребят, запускайте клиент, играйте в свое удовольствие. Мы начинаем обсуждать первый корабль, и это князь Суворов, если не ошибаюсь. А давай концепт ветки обсудим для начала. Отлично. Вообще, у нас, у вас, у нас, у всех, все, да? Советский линкор. И вопрос первый один. Чем он такой особенный, советский линкор, такой в вакууме, я не говорю сейчас по конкретно по уровням, что он должен появиться в игре вообще, зачем он, для кого он и как вы видите концепт игры на этих самых советских линкорах? Да, значит, по ветке сразу отмечу, что одной из особенностей вообще корабельных веток является то, что они
в целом покрывают достаточно большой исторический период. То есть мы начинаем с каких-то там ранних кораблей, дредноутов, заканчиваем кораблями, которые, там, грубо говоря, уже времен там, холодной войны практически. Mm-hmm. Да? Это значит, что почти все ветки, они имеют ряд особенностей, но все-таки они не сохраняют вот их прям один в один на протяжении уровней. То есть может немножко что-то меняться. Поэтому я сейчас расскажу о том, что свойственно всем советским линкорам, но я думаю, что больше всего мы, конечно, будем говорить уже о каждом корабле отдельно, потому что у каждого корабля есть какие-то свои фишки, которые даже внутри этой ветки его выделяют. Значит, по поводу того, что свойственно всем советским линкорам, это корабли ближнего боя. Мы их настроили таким образом, что они лучше всего реализуют себя на средних, ближних дистанциях. У них, соответственно, это достигается прежде всего тем, что они просто, во-первых, не могут стрелять так далеко. Во-вторых, что приятно, у них довольно своеобразная кривая их кучности. Как правило, на средних, ближних дистанциях у них кучность выше, чем у других линкоров. Но при этом на дальних дистанциях кучность теряется быстрее, больше, чем у других линкоров. Буду тебя сразу перебивать и задавать дополнительные вопросы. Что вы называете ближним боем? Какая дистанция для вас это ближний бой? На какой дистанции в километрах лучше всего стрелять? И ты можешь быть уверен в своем корабле, а на каких дистанциях, ну, это неплохой размер, но все-таки мы в километрах, а не в ладошках. Оно в целом меняется с уровнем, потому что ты сам уже прекрасно понимаешь, что на старших уровнях в целом дистанции для всех разбегаются, там торпеды дальше идут, корабли дальше. Хорошо, давай тогда разделять. Но в целом 10 километров, да, и там 12-13 километров, это то, что для линкоров в целом считается нами ближним боем, да. Сразу дополнительный вопрос. А какие другие ветки линкоров максимально похожи в игре есть сейчас на советскую ветку? Вот где можно сказать, я играю, к примеру, на французском линкоре замечательном, и вот иди сразу в советскую ветку. Или японские линкоры и советская ветка. Посмотри, да, японские линкоры это все-таки скорее снайперы, то есть они, как правило, будут держаться на дальних самых рубежах. Скажем, американские линкоры, они могут держаться, они хорошо достаточно поражают цели издалека, но они могут уже в какой-то средний бой. У них, в принципе, там та же Монтана, например, у нее есть хорошие углы брони, она может идти поближе, это вполне реально. Но они будут занимать среднюю дистанцию. А вот самое-самое острие это должны быть немецкие линкоры и советские. То есть вот эти две национальных ветки, они занимают одну нишу, но они занимают ее по-разному. Вот. И здесь я в курсе, что у немецких линкоров меньше калибр, и, соответственно, они больше заточены под ПМК. Есть возможность там настройками все это выкрутить, и очень серьезно урона они могут наносить. Тут все-таки дело не столько в калибре, потому что, соответственно, брать десятки, там у Курфюрста у нас 420, например. Да, Говорю сейчас о средних уровнях, все-таки люди вначале столкнутся именно с этими. Давай с кораблями, давай разделим, да, сразу, потому что мы, чтобы не разбегались, мы говорим о каких уровнях. Поделим с третьего до... Может, раз мы переходим на уровни, мы сразу... Не-не-не, мы как раз сейчас говорим не прям по уровням, таким пластам. Есть проходные, в танках, да, это привычная терминология, есть проходные корабли. В кораблях такого практически не встречаются, но все же. Есть начальные уровни с третьего по какой? По проходные, ты прям меня задел за живое. Тут просто отмечу забавный факт, что видишь, какая фишка, у нас прогрессия это экономическая такая же, как в танках, по выстрою, по уровням, и люди, конечно же, очень быстро проскакивают лоу-левел. Но знаешь, в чем разница? Чтобы замоделить линкор третьего уровня, все равно нужно огромное количество часов. Вне всякого сомнения. А проскакивают его очень быстро, потому что он происходится просто. И я позже выскажу свое мнение по каждому уровню, потому как у меня появились определенные любимцы, в том числе и там внизу. С третьего по какой мы будем рассматривать уровень, такой пласт? По шестой, по седьмой? Нет, давай мы на самом деле вернемся ко всей ветке, чтобы не путаться. То есть мы начали с особенностей. Я рассказал как раз про вот эту вот про кучность, да, которая у советских линкоров ярко выражена лучше вблизи и хуже вдали. У немцев немножко другая тема. Они в целом не очень хорошо стреляют вдаль.
У них нету такой лазерной кучности вблизи. Но что есть у немцев? У немцев есть такой, можно сказать, самый сильный ПМК состав. Да. И заточка их в ПМК, она, хотя там у игроков, которые прям играют в компетитив, она не является оптимальной, она эффективна, и она по фану. И они действительно могут хорошо... Мы говорим про рандом сейчас. Больше. Да, в рандоме она может работать и работать хорошо. Можно закачать чисто в живучесть, можно в ПМК, ПМК там работает. У немцев очень характерная схема бронирования, у них есть скосы бронепалубы. Это значит, что когда подставляешь борт на немецком линкоре, тут да, все равно, конечно, получишь хорошо, там просто зайдет урод в каземат, но при этом гораздо сложнее пробить цитадель. Цитадель очень хорошо защищена, то есть в ближнем бою немец не часто берет эти вот так вот просто. Его нельзя схлопнуть, как правило. Нужно его поковырять. И у немцев есть на высоких уровнях гап, что позволяет им тоже эффективно позволяет им эффективно контрить эсминцы, избегать торпед, тоже отличная тема. Советы, у них другая история чуть-чуть. У них нет гапа, однако у них есть крайне эффективная, хорошая кучность вблизи. У них схема брони другая. У них нету скосов. Так, я вот, знаешь, прям тебя на полусловие перебиваю. Я прошу прощения, у нас уже 10 минут стрима идет. Можешь подвести итог? Прям перебью тебя, извини, это вот моя работа. Подведи итог. Три пункта. Ответки и переходим в корабли. Он, в принципе, ответил, и вопрос только в том, что он пытается раскрыть. Да, значит, броня такая же, то есть можно сказать, что защищен в ближнем бою, и у советов у немцев есть. У немцев она достигается схемой бронирования и с косвенной бронепалубы, у советов она достигается тем, что нужно выставлять угол. Бронепояс очень хороший, прочный, но если вы поставите борт, то на немца у вас есть шансы выжить, на совете вы получите цитадель. То есть разный способ танкования. И на высоких уровнях хорошая скорость поворота башен. Вот как бы и все. Это основное. Хорошо. И мы переходим к тому, что ребята у нас играют на, собственно, князе Суворове, правильно говорю? Потом вы обязательно покажете нам этот корабль в порту, схему бронирования, башни и вообще как он устроен. Я знаю, что у тебя, Сергей, заготовлены к нам вопросы по каждому из кораблей. Вот давай про корабль. С чего началась твоя ветка? Моя ветка началась как раз с князя Суворова. Логично, третий уровень. Меня немного удивило, но это, видимо, особенность российского кораблестроения, расположение башен на него. У него очень интересно расположены башни, которые позволяют там на борт уверенно выводить 4. Пятая там доворачивается с вопросом, но я не испытал как раз на этом корабле никаких особых проблем. Да, есть сложность заключенная в том, что ПВОшечка отсутствует на первом корпусе, на втором корпусе присутствует. Но тоже модернизация. Там, да, модернизация там такая маленькая-маленькая. Из вообще всех начальных кораблей я, как возможную проблему, выскажу, ну, хотелось бы быть до первого выстрела более незаметным, что ли. И здесь либо дистанция стрельбы слишком маленькая, предельной стрельбы, либо маскировка слишком маленькая. То есть что-то из этого... Мне кажется, вот по ощущениям, для общей ветки, после того, как у меня сформировалось это впечатление, после того, как я поиграл на всех кораблях, в том числе и старшего уровня, вот на начальном уровне только вот момент заметности. Давай подтвердим твои слова на деле. Режиссер трансляции, у вас заготовлено, насколько я знаю, видео хайлайтов, скажем так, боев вспыхана. Да, вообще откуда это все получилось? Да, вы можете поставить его, а Филипп с удовольствием прокомментирует, наверное, что такое 4 орудия на борт. Четыре орудия на борт, это у тебя 4 орудия на борт, что никогда не успеваешь довернуть. А у нас со вспышкой 10, это, собственно, одна из главных особенностей. 4 башни. 4 башни, 10 стволов на борт, это прям практически уникальная тема такая на этом уровне. Это действительно главное преимущество. Плюс у Суворова прям очень вкусно все забронировано. То есть у него там, где у многих других линкоров обшивка стандартная для уровня, у него там какой-то бронепоясок есть. Это значит, что фугасами его сложнее достать, что он может... Что если такое? Что, ты можешь подглядывать вон туда на экранчик, там сейчас как раз показываются хайлайты, может, тебе будет удобнее комментировать одновременно то, что ты видишь. Спасибо. Я предложу. Я чувствую, как вспышка играл, мне нужно смотреть. А, я понимаю. Вот, и да, маскировка в целом у советских линкоров, она... Ну, маскировка у нас параметр так полубалансный, полуисторический. Мы ее сначала берем все-таки, рассчитывая там по габаритам корабля, но потом баланса ради там можем чуть-чуть ее... И в целом на все ветки маскировка нормальная. То есть она должна соответствовать примерно... Это да, это все-таки не эсминец, тогда было больше вопросов именно к маскировке. Но все-таки мы имеем дело с линкором, и дальность... Немножечко дальше, потому как все орудия мощные, нет вопросов по пробитию брони,
и даже по пробитию брони старших уровней, вот здесь вопросов нет. Очень уверенно себя эта тройка чувствует, да и будущие тоже уровни. Против старших товарищей. Встречаешься с пятеркой, уверенно пробиваешь линкоры, уверен. Даже здесь не то, что настолько избыточное, даже есть такое ощущение, да, избыточное пробитие, потому что некоторые линкоры ты пробивал насквозь, одноуровневые. Я пробивал насквозь. Казематы там в оконечности, я думаю, это возможно, да. Вот некоторые линкоры у нас крейсера могут насквозь пробить даже. Вот, да, это тоже постоянная история. Собственно, поэтому мы, наверное, будем касаться часто дальности стрельбы в течение этого стрима, да, потому постоянно. Что у всех советских линкоров в целом ограничена дальность стрельбы. И у игроков именно это один из главных. Тут создание слабости, которое подчеркивает сильную сторону. Мы крайне расстроены, когда, например, немцы стреляют на максимальную дистанцию. В то время как они могли бы давануть. Это такая тема, когда мы постарались в данном случае не дать игроку инструмент, который, скорее всего, будет приводить к плохим результатам. То есть у них будет плохая кучность, это их особенность на дальней дистанции, и это просто мотивирует людей больше кемперить. И это балансирует данный корабль, то есть нужно стараться оказываться в той ситуации, когда противник от тебя далеко не может убежать. И так подходить, чтобы вступать в бой на нужной дистанции. И есть справедливое еще, так вот ты не упомянул это на самом деле, но вот там ПТЗ тоже не очень хорошее у Суворова, это тоже его балансный фактор. И, собственно, КД 36 секунд. То есть это довольно такое. Здесь, в кораблях практически везде встречается долгое для танкиста КД, и оно воспринимается уже нормой. Поиграем Хоругума. Я думаю, не особо я встречу это какой-то проблемой. Я буду просто знать, что есть один момент, когда мне надо навестись и дать один выстрел, а потом я могу там в течение... И потом нужно маневрировать. Да, просто уходишь, выбираешь новую позицию. Чтобы у нас не было, извиняюсь, перебиваюсь, чтобы у нас не было вам скучно, дорогие зрители, задавайте свои вопросы. Я вижу, что они у нас прям бегут. Один из них хотел бы ты на Мауса орудие от Яматы. Не вижу в этом никакого смысла. Я не совсем потому вообще что, понимаю, потому что он никуда не уедет. А у меня вопрос большой и толстый. К каждому кораблю, который мы обсуждаем, мы будем давать маленькую... Там уже писали, что мы такие молодые парни, а у всех животы. Я поэтому, видишь, ноутбуком прикрываюсь. У меня большая просьба к режиссеру трансляции. Давайте зададим нашим уважаемым зрителям вопрос по князю Суворову, который звучит так. Кто являлся инженером, чей проект был лучшим в конкурсе эскизных проектов линкора «Князь Суворов»? За правильный ответ первому и случайному игроку мы подарим по 10 контейнеров той самой советской арки, которая у нас сейчас идет. Контейнеры будут начислены в понедельник приблизительно. За это ответит Михаил Припутин. Да, Припутин. И пишите свои игровые ники сразу, будет очень приятно вас наградить. А вот гипотетически, если бы Вспышка хотел 10 контейнеров, он мог бы сейчас ответить на твой вопрос и получить их? Теоретически да, если бы он знал правильный ответ, но я надеюсь, что он не посматривает. Тетю Вику можно заглянуть всегда. Так, вот не надо, давайте честно говорить. Ребята, хотите ли вы показать что-нибудь, как у вас там играется, результаты боя, к примеру, предыдущего, или прокомментировать? Уже закончили, начали следующий, только что вышли в следующий, да. Я понял. Какие ощущения у вас? Положительные. Хорошо зашло. А если не за зарплату? Да не, бой мы просто пришли и продавили фланг, выиграли, это было легко. То есть стиль геймплея идем просто вперед. Против в целом старших там, или против одноуровня выбились? Там были, кажется, до четвертого уровня. Собственно, тройки попадают только к четверкам, не выше. Вообще никаких проблем не было. То есть просто ехал и постреливал. Просто хороший корабль, я могу только так прокомментировать тройку. К нему, если честно, больших вопросов, наверное, и быть не может, кроме какой-то дальности. Хотелось геймплей понятный вообще дать, все ветки. В нем все понятно. Противники, идешь и убиваешь их. Раз в 36 секунд. Сильно не подставляешь. Да. То, что раз в 36 секунд... Это вечер пятницы, это отличный, по-моему, геймплей. То, что раз в 36 секунд, да, есть вопросы в чате. Вы говорите про ближний бой, вы говорите о том, что... Сигма, точность, все хорошо. Но глобально по ветке я заметил, что очень нешустро вертятся башни. До старших уровней. Вначале же действительно у них обычная такая скорость. Да. Но при этом в ближнем бою как раз и требуется доворот башни и скорость поворота. Это первый момент. Второй момент. Для ближнего боя люди говорят о скорострельности тоже.
Я, кстати, думаю, почему что... она не может быть, к примеру, 25, 29? Насколько я помню, как если Ваня может меня поправить, что мы, когда только их пускали в тест, у них как раз были пошустрее башни, по-моему, и скорострельность мы тоже подрезали некоторым из них. Может, как раз прокомментировать это? Не, башни у них сразу были такие, это не в последнюю очередь обусловлено, ну, просто историческими, там, например, на третьих-четвертых уровнях в целом башни крутятся не слишком шустро. Ну, это да, у всех. Вот. А, да, уменьшали, ну, как бы увеличили мы время перезарядки, ну, просто потому что, например, вот четверка Гангут настолько, как бы, забронирован, что он слишком уверенно доходит до ближнего боя. Вот, его при этом не могут пробить крейсера, в принципе, то есть у него практически вся и палуба, и корпус забронированы так, что, ну, его не пробивают там фугасы, и вот надстройки маленькие. Почему-то не было такого ощущения, когда я играл как раз на Гангуте. Все-таки чаще люди играют там 5-6 уровень, достаточно сильно заполнен игроками, и когда ты выходишь на четверки, ты чаще всего попадаешь против 5-6. Мы уже перешли к Гангуту, кстати, плавно. Как да, раз-таки. Я вот что-то такое-то вспышку про это потерял. Все правильно. Да? Так должно Мы быть. Можем перейти к Гангуту уже? Наверное, давайте, да, перейдем к Гангуту, потому что здесь, в принципе, там все понятно. Нечего единственный вопрос корабль, такой, да? Из чата, хороший, на мой взгляд. А кто его контрит? Суворова? Да. Вот если взять линкоры, да, давайте, линкоры, кто хорошо против него? Из одноклассников, давайте вот так совсем узко поставим вопрос. Ну, кто у нас там на третьем уровне у британцев? Ну, потому что британские фугасы довольно на линкорах хорошо будут наносить урон. Ну, как в целом, ветка британских линкоров, она другие линкоры довольно уверенно контрит, так что... Да, Беллерофон. Хорошо. Ну, как ответ, бы, ну, как ответ бы получен, потому что ПТЗ 10%. Ну, и вопрос был про одноклассников. Как про бы одноклассников? Очевидно, что... Ну, там, на самом деле, по большому счету, все одноклассники, если он подставится бортом, вот, если он этого делать не будет, то он действительно очень силен против линкоров на ББ. И давай, ну, самый лучший угол, я понял, самый лучший угол для вытанкования урона, сдерживания у Суворова. У Суворова? Да. Как показать правильно? Ну, у нас есть такой нюанс, что ты хочешь стрелять максимальным количеством башен, да, всегда. То есть... Не, максимальный урон как получить, понятно. Окей. А как максимальное выживание ему дать? За островом. За островом это прекрасно. Угол, это... ну, то есть нас интересует угол... Максимально так, выгодной безусловно... брони, да. Мне кажется, ну, как бы я просто не очень понял вопрос. То есть, если ты идешь там, ну, под острым углом, ты, конечно же, увеличишь эффективную броню. Да. Ну, то есть, тут момент... И здесь момент сохранения максимум огня и максимум сохранности. Окей, я не хочу позориться, но я обычно это делаю на глазок. Может быть, Ваня, ты более подробно можешь сказать, какой ты считаешь угол оптимальным для танкования? Ну, там у нас есть стандартные правила рикошетов. Ну, как бы, да. То есть там 30 углов, в которых тебе в принципе, ну, 30 градусов, в которых тебе в принципе не могут, ну, снаряды все уходят в рикошет. То есть, если у них не срабатывает правило 14-3 калибров. Да, да, естественно. Но в случае с бронепоясом, как бы, это не сработает. Ну, на самом деле, тут, как бы, мне кажется, игра идет всегда таким образом, что ты смотришь примерно на то, куда враги глядят в этот момент, стараешься выстрелить. Ну, соответственно, подставился, ненадолго выстрелил и обратно угол. Вопрос не по геймплею, а есть ли у него какая-то особенность, которую, к примеру, игроки не рассмотрели, а вы знаете. Вопрос скорее вот так. Ну, у нас у механики игры есть такая особенность, что, соответственно, есть угол, когда снаряд всегда отрикошетит, если он не проламывает броню. Проламывает броню снаряд, если толщина, ну, то есть он может, точнее, не проламывает, а он не проходит по руку на рикошет, если его калибр, соответственно, мы берем калибр снаряда, мы делим броню на 14,3 и соотносим эти значения. То есть, если, грубо говоря, правило 14,3 срабатывает, тогда снаряд не будет рикошетить, и он может ее пробить. Но мы говорим про линкор. У линкора есть бронепояс. То есть, как Ваня сказал, собственно говоря, 30 градусов. Вопрос там, мой еще, не да. поняли. Наверное, нет. Помнишь, мы... Секунду, может, это... Помнишь, мы обсуждали момент того, что у некоторых линкоров есть особенность. Задняя башня, кормовая, может стрелять только тогда, когда он как раз-таки повернут под эффективным углом. И стрелять можно, и... Или как у Измаила есть там... Ну, я могу сказать, что по задней башне можно неплохо судить. По-моему, Иван с Владивостока, да, задняя башня... Синопа. А, Синопа уже. Синопа, как раз Синопа, задняя башня, вот ее как бы максимальный доворот, он как раз тебе показывает оптимальный угол танковки более-менее. То есть ты можешь сохранить, если Синопа и дальше у тебя задняя башня наводится,
и вот дальше она уже не поворачивается, но она как раз наводится еле-еле. Это как раз отличный угол для танкования будет. Хорошо. Это такой трик, который можно запомнить просто и по нему как бы в бою ориентироваться. Надеюсь, те зрители, которые смотрят и еще не трогали линкоры, теперь хотя бы поняли, как это потрогают себе такой трик применить. Я напоминаю о том, что если вы отвечаете на наши вопросы, пожалуйста, пишите свой игровой ник. Это нам нужно для того, чтобы мы потом посмотрели этот список безумных вопросов и начислили вам ваши контейнеры. Не забываю про чат. У меня есть хороший вопрос, прям такой сумасшедший, который я бы хотел задать, даже не знаю кому. Радосвет 31 с Твича спрашивает, ближний бой и долгое КД. Как раз мы сейчас говорили про 36 секунд. Как это сочетается? Ну, Ваня же только что объяснял это. Да? То есть корабль доходит за счет своего защиты очень неплохо доходит до ближнего боя. Дальше начинается балансировка. Если у него там слишком высокий ДПМ, ну это too much уже. То есть надо его снижать. Вот и все. А вспышка, насколько я помню, прокомментировал, что его даже это не напрягает, потому что на линкоре... На тройке нет. Но все, что выше, там начинается... Несите огнетушитель. И мы перешли к Гангуту. И мы переходим, начинаем, да. Переходим к Гангуту. Гангут, давай вещай. Первое впечатление. О, это очень походит на Император Николай. Ну, прям это практически систершип, да. Но потом открываешь схему бронирования одного и второго, начинаешь сравнивать и понимаешь, что здесь, ну, далеко не Император Николай. Здесь все гораздо слабее, гораздо пространнее. И если режиссер трансляцию нас слышит, покажите, пожалуйста, отрезок, где попадает Гангут под обстрел четвертых-третьих уровней. Если есть такой. В глаз белки со 100 метров? Нет, не со 100 метров, нет. Там по дистанции все нормально. Он кушает просто весь урон, который только можно. Гангут именно, мы не путаем. Да. Вот. Примерно такой момент, когда это будет достаточно долгий. Здесь пошел в разворот. Я хотел бы пояснить для зрителей, что вообще происходит на экране. Боль. У меня не было цели... выяснить, насколько не было цели спрятаться и люто нагнуть на каждом корабле. Нет. Хотелось понять, все-таки это линкор, насколько он может выдерживать массовый обстрел, насколько он может из него уходить, там потом отхиливаться ремками, ремонтной командой и возвратиться в бой. И вот по Гангуту у меня сложилось достаточно жесткое впечатление, что этот корабль при обстреле трех разных кораблей, даже одноклассников, он, скорее всего, не выживет. Если он чуть-чуть ошибся. Ну, под обстрелом трех кораблей в целом сложно выжить. Да, но в некоторых моментах ты можешь выставить, так сказать, оптимальный угол, перевести всю эту историю в сдерживание хотя бы части урона. Особенно, когда три корабля стреляют примерно с одного сектора. Когда с разных секторов, ну, там понятно, да, перекрестный огонь попал, здесь ты не выживаешь. Но когда с одного сектора бьют, ты, в принципе, можешь там от кучек хвостом отвиливать. Часть будет уходить в воду, часть будет уходить в рикошет, часть будет уходить в пробел. И вот товарищ Гангут как раз, он, на мой взгляд, настолько слабо бронирован в текущей версии, что... Там, даже если пытаешься сравнить его с тройкой, да, против троек, то нет ощущения, что ты на линкоре. Есть ощущение, что ты на крейсере, тяжело бронированном, с вот этими чудесными, на мой взгляд, башнями. В плане орудий, в плане пробитий, в плане урона нет вопросов, советов. В плане выживания, особенно с учетом того, что это все-таки линкор ближнего боя, вот где вопрос. И первый такой вопрос... А выживут ли они вообще? У меня возник относительно Гангута. Что можете про него сказать? Пока я начну отвечать, я предлагаю, если есть возможность наших ребят, когда они закончат бой, открыть схему бронирования, чтобы мы не голословно, а чтобы они прям да. показали, да. что там да. у Гангута есть. Ты тоже не видишь, сколько там потенциалки, да? Там, по-моему, лям такая циферка. Я отсюда не вижу. Не, ну бежал-то я неплохо. Молодец. Я просто наблюдал, ты умело развернулся, постоял бортом, прям ушел. Вопрос к рассказу, потому что мы пока вначале с вами так красиво разогревались, и Егор нас перебивал, потому что это его работа. Я сейчас снова перебью. Мы забыли как раз упомянуть еще третью особенность по поводу как раз массового обстрела. У всех советских линкоров же еще ограниченная ремонтная команда. Точнее, аварийная команда. Да, на одну меньше. Она ограничена. Нет, аварийная команда – это огнетушитель. Вообще обычно у всех безлимитный, а у них он лимитный. Я знаю, о чем я там говорю. Аварийка, да?
А ремонтная команда на одну меньше. А, огнетушитель, да, там 4 нажать. Соответственно, это единственная пока что ветка, на которой это вообще ограничено. Но она кадешится очень быстро. То есть здесь как раз какая идея была. У других линкоров огнетушитель кадешится дольше, но он бесконечный. Здесь же он кадешится быстро, но он конечный. Соответственно, если тебе плохо, и тебя обстреливают много кораблей, и постоянно на тебя вешают пожары, ты можешь, грубо говоря, прожимать больше огнетушителей за короткий промежуток времени. Я признаюсь, я обратил на это внимание, но так как я достаточно долгое время не играл на линкорах и в корабли, я подумал, что у вас поменялось, да, у вас поменялся концепт к этому, нет, поэтому у меня не возникло вопроса. То есть это фишка ограниченная. Она была появилась. Вопрос. Она на октябре не появилась. Какого? Почему? Потому что это позволяет нам как раз-таки дать им такую особенность. Ну просто быстро кадешащийся огнетушитель — это реально круто, когда ты попер и как бы против тебя много кораблей. Потому что на тебя повесил, там, не знаю, кто-то пожар или затоп. И если ты понимаешь, что дело плохо, и что тебе надо прямо сейчас, у тебя вопрос уже там жизни и смерти, ты можешь, грубо говоря, забить на то, что у тебя кончатся огнетушители, в лейт-гейме ты без них останешься, и просто их все потратить. Другие корабли в данном случае, да, у них бесконечный запас, но они не смогут так быстро их активировать. Это торговый трейд-офф получается. Здесь есть, конечно, трейд-офф, но в таком случае... Давайте вспомним, что это все-таки линкоры, а торпедный суп, он чем выше мы поднимаемся по уровням, тем все опаснее, опаснее, опаснее. Торпедный суп — это уже не модно, ты что? Я вижу сейчас постоянно. Мета сейчас уже не такая смешная. А я хочу сказать, раздайте, пожалуйста, специальный бонус-код. У нас есть специальный бонус-код, который вам не дает ничего. Но его можно... Я всегда хотелось, да, типа, ух, Егор, ты наконец-таки дожал, теперь бонус-кода без ничего. В нем нет ничего, но... Там есть боевая задача, при выполнении которой мы разыграем целый год према. Вот такая у нас заманушка для вас. На выполнение данной базешки нужна, дается вам целая неделя. Первый человек, который выполнит эту боевую задачу, получит год према. И один рандомный человек из тех, кто выполнит эту боевую задачу, получит год према. Извините, что... Ты дизайнил эту боевую задачу? А? Ты дизайнер? Нет, наполовину ты я, даже. Я надеюсь, там нету вот этих пунктов, как вот, где, типа, сделать... Первым засветить два авика на 12 уровне. 12 затоплений на двух братьях в эпицентре в лунную ночь. Там, в лунную вот ночь, все. Особенно в лунную ночь. Еще подпишитесь на Инстаграм. Да. У меня, знаешь, какой мелкий вопрос из Твича, он сегодня как-то поактивней. Тут пишет человек с прекрасным ником, даже не надо каким сейчас, что... Да ты не понимаешь, оказывается, в кораблях ничего. Действительно, под фокусом трех кораблей невозможно выжить. Вот это пишут. Ну, смотря в каких условиях и как. То есть то, что сказал Вспышка про направление, это абсолютно валидно. То есть если с одного направления, то можно еще как бы... Ну, вот бывает, на самом деле, часто, что чуваки просто забывают переключиться на фугасы, и ты на линкоре прешь на них, там, например, против трех линкоров. Но вот они такие думают, ну, хорошая идея, если у меня скакивает... Рикошет, если да? все рикошет в бронепоезд, что мы будем делать? Мы еще будем ББшками стрелять. А ты прешь, и тебе, в общем-то, ну, не то что пофиг, но ты минимизируешь урон. То есть такое может быть, но это такие крайние случаи. Обычно все-таки фокус — это больно. Не, глобально советские линкоры по остальным уровням, в том числе, они достаточно много потенциального выдерживают. Там, да. По моему небольшому экскурсу, максимум было порядка 3 миллионов потенциалки. В среднем к миллиону, при этом и на маленьких уровнях, там тоже было под 1.5 достаточно спокойно. На мой взгляд, это достаточно большие цифры для маленьких. Давайте линкоров. Потыкаем разрабов палкой. Ваня, ты помнишь потенциал советских линкоров? Она выше по статистике? Да, ну да, у большинства точно выше. То есть, так, если честно, про Гангут мне это твои слова удивляют. Вот, я сейчас играю, у меня уже там миллион, я в целом себя. Ну, если бы я сейчас не съел торпеды, то... Что, вот, наверное, я когда готовился к этому стриму, я подумал, что для каждого корабля попробую найти самую яркую черту. И вот, честно говоря, для Гангута, как бы потыкавшись, я понял, что это бронепалуба 38 мм. У нас фугасы пробивают броню по правилу 1/6 калибра обычно, но некоторые есть ветки, где 1/4, есть перконерционник, но в целом 38 мм это... Я правильно помню, Вань, что для уровня чуть ли не вообще максимальное там бронирование палубы? Ну, это одно из лучших, явно. Как бы иммунитет, по сути, к большому количеству фугасов вообще. То есть они просто не пробьют. Но они поджечь могут, разумеется. Я извиняюсь, Александр Власов с Ютуба пишет, как всегда, вопросы в чате никто не озвучивает, и они просто тонут бесследно, стоит ли тогда вообще писать. Александр, писать стоит, режиссер потому трансляции старается, да, выбирать вот эти вот вопросы. Но я напоминаю, что стрим у нас сегодня тематический, тема данного стрима «Вспышка», который выступает третейским судьей. Как бы... Советские линкоры тема.
Да, но все-таки как бы ты у нас и как это каратель. Мой скромный опыт. Каратель, который говорит, вот посидел, попробовал, есть вопросы. Пока мы, для тех, кто к нам только присоединился, у нас история следующая. Мы прошли пока третий уровень, он в общем и в целом хороший. Мое заключение ок. Ваше заключение. Доктор Вспышка. Доктор Вспышка, да, да. Доктор Рандом был у меня такой проект. Четвертый уровень, к нему есть вопросы. Вы говорите, вот у него есть преимущество, это бронепалуба фугасы. Я вам говорю, могут его и ББшками убить, и очень больно убивают. В сравнении с известной четверкой с российской и советской ветки. И есть еще один хороший вопрос касаемо Гангута, он как раз из чата. Я тебе знаешь, что скажу? Ты, если тебе понравится какой-то вопрос, я прям кричу. Ты прям говоришь, что это он, мы его отмечаем, а майку тебе подарим вот этому. Вот этому. Я помню вопрос, но не помню ник, он уже пробежал. Я просто смотрю дальше вопросы в чат, но вопрос все-таки озвучу. При модернизации у Гангута были торпедные аппараты. Вопрос отвечает Ковров Иван. Да ладно, я просто спрошу, они были фиксированы? Нам-то все равно. Они были фиксированы? Вы же понимаете, нам в этом... Я не знаю, но скорее всего да. Короче, фишка в чем? Вопрос, просто я так сразу это воспрял духом, потому что это вопрос не первый и не про первый корабль его спрашивают. У нас сейчас такая концепция, что на самом деле на многих линкорах устанавливались торпедные аппараты, но они ставились фиксированно. То есть они были, например, вмонтированы в борт, и там была минимальная возможность наведения. Мы реализуем торпедные аппараты в игре вообще в принципе только те, которые нормально поворачиваются. Потому что в какой-то момент мы посчитали, что вот этот геймплей, когда тебе нужно наводиться корпусом, ну он не айс, и мы просто-напросто не хотим такой элемент в игре. Просто как раз к советским линкорам при ближнем бое, при не самой высокой скорости поворота башни, такие фиксированные как раз торпедные аппараты были бы весомой причиной воспользоваться советским линкором и получить удовольствие от этого геймплея. Я не буду опровергать ни в коем случае. Потому что это было бы как раз такой кинжальной атакой, ну, не последней надежды, да, но достаточно неприятной для противника. Потому что по геймплею, по игре вообще на всех этих линкорах я достаточно часто выходил борт в борт. Потому как таранить дальний... надо сразу. Нет, сразу таранить, ты что? Ну, спасибо за совет. Ну, потом. Я тут могу только сказать, почему нет. То есть я, к сожалению, я не буду опровергать, что это может быть интересная идея, но я не могу с ней согласиться. Почему? Объясню, почему не могу согласиться. В целом, ну, во-первых, мы уже говорили, что надо угол выставлять. Задавая такие, там, если там действительно стоят те торпедные аппараты, о которых я думаю, то есть они в борту и они фиксированы, то мотивировать игрока поставлять борт — это не айс. Более того, ну, по нашим наблюдениям, опять же, Ваня, больше специалист в этой области, поправь меня, если я не прав. Но у нас есть, например, пример японских крейсеров, на многих из которых углы очень некомфортные, и как раз там торпедные аппараты стреляют как бы назад больше. И, ну, прямо это самая сладкая тема, когда в бою тебе японский крейсер пытается торпануть, он подставляет борт, и ты его просто аннигилируешь, а торпеду он так и не успевает навести. Ну, вот, мне это кажется, уже... Да, это довольно часто. Это уже ручки. Это уже и человеческий фактор. Да, но видишь, мы такие вот злые дядьки, которые периодически думают, блин, может быть, мы не будем давать игрокам стрелять себе в ногу. У которых ручки такие, как у меня, например. Нет, мы не считаем, что игроки там, ну, не могут этим пользоваться. Мы как бы элементы скилла. Давайте зададим вопрос в чат. Уважаемый чатик, вы можете справиться с торпедным аппаратом, который стреляет фиксированно по направлению или нет? Напишите плюс, если да, минус, если нет. Это нечестный вопрос. Это... Потому что надо спросить... А у меня есть честный... Но при этом мы вас что-нибудь отрежем, потому что баланс еще есть. А у меня есть честный вопрос про Гангут. Гангут вопрос... Значит так, пишите, пожалуйста, свой игровой ник, а потом вот уже ответ на этот вопрос. Вопрос будет звучать так. Дата спуска на воду линкора Гангут. Сейчас он появится у вас на экранах. Пишите ответ в чат. Вместе со своим игровым ником. Это очень важно. И у нас люди не совсем поняли, как пользоваться мастерским бонус-кодом. Вы могли бы ввести бонус-код, ребята, из чата? Вам не будет сложно? В спис такой, коротенький, спис. 5 букв всего лишь. Куда ты хочешь, чтобы него ввели? На свой аккаунт, там же, где всегда это и вводишь. Заходишь на портал. А это как бы, ну, не будет использования служебных этих вот всего? Нет. Боевая задача доступна всем. Я тоже могу ввести. Тоже можешь ввести. Ты как Костя начинаешь, который это, дайте мне ввести бонус-код со стрима. Срочно нужно 3 контейнера. По коротенькому вопросу, мне кажется, люди могут сами решить,
способны они или нет нажать на кнопку торпедной атаки. Если ты приходишь к человеку и говоришь, вот у тебя, не знаю, есть там, грубо говоря, меч, а хочешь, мы тебе еще катану дадим? Ну, конечно, он скажет «хочу». Ну, как и бы, топор. И топор, и, пожалуйста, еще автомат Калашникова. Но это не значит, что это нужно делать обязательно. Обязательно нет, но подумайте об этом. Ну, подумайте об этом. Иван. Хорошо. Премиум советский линкор. Есть запрос от аудитории. На него, как раз, мне кажется, вам надо и реагировать. И пока вы думаете, я вам еще раз напоминаю. Бонус-код вы вводите, как вводите обычный бонус-код. Он дает вам боевую задачу. Выполняя эту боевую задачу, вы участвуете в нашем маленьком конкурсе. Первый человек, который выполнит эту боевую задачу, получит год према. А в пятницу вечером на следующей неделе мы разыграем среди выполнивших эту боевую задачу еще один год према. Соответственно, может, это будет даже один человек, и он будет мега счастлив, у него будет два года према. Класс, да? Продолжаем про Гангут или все-таки перейдем к следующему кораблю? Как у вас бой прошел? Не знаю, ребята, может, по броне все-таки прокомментируют, чтобы мы о том, как Можем, наверное, вспышка предъявил, брони, да? А мы такие слились. Нет, давайте мы покажем броню. Сейчас, ну я думаю, для начала можно бой показать. Вот у нас, бой тоже хороший был. У вас же поражение там. В общем, довольно приличное. Все знают, что разработчики читерят. Начнем с этого. На особенном сервере. Ну, просто цифры на своем сервере играешь там где-то, да? Но тем не менее, да, для этого уровня вообще-то так неплохо выглядит. Ну да. У нас второе, третье место, 82 и 80 тысяч урона. А первое, конечно, у Авика, да, Кока-Ко? Нет, у эсминца. У эсминца. Третьего уровня. Но ведь эсминца, ну ладно. У эсминца же не живут. Все потому, что он дерзкий. А, он дерзкий. Давайте тогда в схеме броне, может быть? Давайте. Ну, собственно, вот Гангут, схема его бронирования. Ну, я так понимаю... Ты, Сергей, про то, что бронепояс основной у, можно, Гангута. Убрать первые две. Вот и... Это первые две для сравнения. Вот это. Угу. И, соответственно, сравнить это с Николаем. Также. Давай. Да? Я прям вижу крепенькие такие барбеты, симпатичные. Которые, конечно же, здесь не такие крепенькие, если их рассмотреть, убрав пару слоев брони. Угу. Ага, они сразу такие прям, ну, не внушают доверия. Пробиваются легко, цитадель выносится тоже достаточно легко. Цитадель, ну, так как барбетов и самих башен много, попасть по нему по плоскости не составляет большого труда. На мой взгляд, дилетанта. Поэтому мне кажется, что даже там суммарно, там же получается сколько в сумме? Ну там получается меньше, говоришь, чем у Николая. Ты говоришь даже сейчас на что-нибудь. Я, а да, тут в прямом эфире апнуть барбеты. Я уговариваю апнуть барбеты в прямом эфире, потому что здесь барбет сколько? Вот мне отсюда не видно. Здесь барбет 300 мм, у Гангута в два раза меньше. В два раза меньше, да. И да. Как бы ощущение от комфорта на Гангуте в сравнении с хорошим премом, вопросов же нет, что это хороший прем. Император Имбалай, он, конечно, хороший прем. Но когда двукратная разница, это вопрос. Слушай, мне напоминает... Но есть другие особенности, вот если о конечности посмотреть. Тут вопрос в том, что да, против линкоров, там особенно в борт, явно тут и основной бронепояс послабее у Гангута, и вот барбеты. Но если мы смотрим на как бы броню в целом, то, например, вот против фугасов у него здесь и палуба забронирована. Хорошо. И бронепояс дополнительно есть. Ну, то есть... А у Николая это... там оконечности частично. Здесь это... Мы считаем это оконечностями, которые принимают, соответственно, фугасный урон. Я просто представляю ситуацию не самую приятную, когда там против него выходит Конго или Фусо, и там просто никто не заряжает там, мне кажется, фугасы. Может, я, конечно, заблуждаюсь, но здесь дело будет не в фугасах. Это, кстати, так, к слову, очень хорошо, потому что недавно общался на форуме по поводу фугасов и линкоров. Вообще, есть некая статистика по тому, сколько процентов урона, точнее, структура урона. То есть вот линкор наносит урон разными способами. ББшный урон, фугасный, пожарный урон, который идет фугасного, таранный урон даже. И вот есть процентовка по каждому уровню. Вообще на младших уровнях как бы линкоры наносят там где-то от 70% урона от фугасами. То есть все стреляют фугасами, а к 10 уровню эта пропорция меняется. Там уже 70% ББшками. Вопрос, поэтому фугасы довольно часто используются на этих уровнях. Вопрос. А есть ли разбивка такая же только по умению игрока? Я, подожди, перебью. Роман Шахров пишет: дядя Сережа, ты доболтаешься сейчас, не пригласят в следующий раз. Все они прекрасно понимают. Но тут такая традиция игнорить замечания. Кто их игнорирует? Никто их не игнорирует. Мы только что поняли, У нас же здесь вообще эксперимент, если кто не понял.
Мы поняли, во-первых, что Иван не может ничего порезать в прямом эфире. К сожалению. У него простой аргумент, потому что Николай получится, да? Иван уже записал торпедный аппарат. Давайте, джентльмен, мы остановимся на следующем, что Гангу с точки зрения дуэли с другим линкором, если он будет получать ББшный урон, действительно имеет больше слабости, чем Николай. Но при этом устойчивость фугасом у него объективно выше. Но это мы видим в порту по обшивке, по бронепалубе. То есть есть сильная сторона, есть слабая. Ну, как бы, в общем-то... Дальше что происходит? Если сейчас игроки на этой ветке поиграют месяцок, мы вдруг увидим по каким-то странным причинам, что Гангут плохо живет, Иван, наверное, что-нибудь с этим сделает. Иван, а можно еще уточнить перезарядку ремонтной бригады именно на Гангуте? Потому что в чате проскочило сообщение, мол, 40 секунд, и это долго. Аварийные команды, аварийные там перезарядка команды. 40 секунд. Да, это наименьший показатель в нашей игре, за исключением Октябрьской революции. И еще у кого-то было там тоже 40 секунд. Так да, это у всех советских линкоров. По линкорам, да. Да, у всех 40 секунд. Только у кого-то бесконечное, а у этого... У всех советских линкоров, нет, конечно. Нет, да. А у всех советских... Там немножко, секунд. Мне кажется, зритель... А ты говорил как раз про более быструю. Так а у советских линкоров она перезаряжается дольше. Сейчас, смотри. Аварийная команда, самая быстрая перезарядка у Октябрьской революции. Но это и один корабль. А дальше после этого идут советские линкоры, 40 секунд. У нас есть еще один расходник, который схожий, который часто путает. Ремонтная команда, Хилка. У него тоже, которая Хилка, она есть на двух кораблях, на Массачусетсе и вот сейчас на Джорджи, а нет, еще на Гасконе, у которой перезарядка тоже 40 секунд, но это другой расходник. Да, вот. Давай про аварийку. У линкоров, у остальных среднее значение же... 80. Да, то есть в два раза быстрее кадешится ремка на советских линкорах. Она конечная, но кадешится в два раза быстрее. Вот как бы и трейд-офф. Я на всякий случай я уточню другой корабль, который упоминался. Вот в комментариях найдешь, шкипер напишет. Так. И мне кажется, с Гангутом все понятно. Да, давайте чуть-чуть я напомню вам о том, что есть у нас здесь Сергей, здесь Филипп, там сидят ребята. Кстати, вы очень похожи на заседание каких-то, знаешь, партийных товарищи с этими флагами, все такое официальное, прям серьезные молодые люди. Спрашивают с Ютуба Дима. Дима, уважаемые разработчики, скажите, пожалуйста, была ли у вас мысль добавить альтернативную ветку линкоров Советского Союза? Это было бы прекрасно для фанатов вашей игры. Да мы первую еще не успели добавить, а уже всем не нравится, да? Как бы раз и навсегда. Мы не анонсируем никакие новые ветки и корабли на стримах, это раз. Кроме тех случаев, когда мы анонсируем их вообще вот прямо анонсируем. То есть на вопросы мы такие не отвечаем, у нас есть определенные планы, мы их раскрываем в порядке очереди. Во-вторых, ну, как бы, если честно, альтернативные ветки мы любим, но тут есть некоторые проблемы с материалом, потому что, например, половина. Потому что вот в этой ветке, например, насколько я помню, два корабля как бы, ну, в металле, грубо говоря, один корабль там, ну, уже там производился, но не был спущен на воду, то есть остальное это все-таки проекты. Набирать альтернативную ветку, ну, наверное, когда-нибудь, не знаю, может быть, Ваня проявит фантазию. Но сейчас все-таки есть одна ветка, мы ее релизим полностью, и дальше будут ветки других наций. У меня по-быстрому вопрос для Вани. Виталий Артамонов спрашивает с Ютуба. РЛС унифицировали, немного добавили дальность. Будет ли добавлена дальность хода торпед некоторым эсминцам, у которых она 10,5 километров? Идеальный вопрос для стрима по линкорам. Да? Да. Ну, если быстро будет ответ, то идеально. Ну, нет. Класс. Переходим к следующему, насколько я понимаю. Петр Великий. Петр Великий. Будет также вопрос, а-ля наша маленькая викторина, что же такое по Петру Великому. Давайте прямо сейчас зададим этот вопрос в зал, а каждому, кто ответит первым правильно на данный вопрос и укажет свой игровой ник, мы дадим по 10 контейнеров советской... Ты так на меня смотришь? А почему у тебя... А, у тебя микрофон внизу, я думаю. Да, да, да. Я, видишь, такой, типа, крутой парень. У меня ухо не болит, как у вас у всех. Ах ты, ну ладно. Прости, вот. Каждому, кто первым ответит на этот вопрос правильно, мы раздадим, отдадим прям 10 контейнеров советской эпохи. Пишите, пожалуйста, ваш игровой ник и правильный ответ. А вопрос звучит просто прекрасно. Модель линкора Петр Великий в игре основана на совмещенном проекте номер 707 немецкой фирмы Blum und Voss. И, а вот, а кто был вторым проектировщиком? Очень интересует этот правильный ответ. Че? Они знают, они знают. Я знаю, и вот первый, кто ответит, получит 10 контейнеров. А еще рандомно выберем из тех, кто ответил правильно, и тоже 10 контейнеров начислим одному человеку. Пожалуйста, отвечайте. И, пожалуйста, Сергей, задайте ваш вопрос этим несносным разрабам. Что они сделали с Петром Великим? Велик ли Петр? Для меня вполне велик. То есть у меня не возникло никаких вопросов. Ощущение позитивное от Петра. Почему?
Почему такая разница между Гангутом и Петром? Ты спрашиваешь, чтобы тебе понравилось. Давай попробуем в сфере впечатлений. Вот я говорю, что я старался выделить одну черту, которая прям яркая. На твой взгляд, какая самая яркая черта у Петра? Стабильность. На мой взгляд, он просто стабильный. Первый белорусский линкор в игре. А в плане ТТХ? В плане ТТХ, если я не ошибаюсь, у Петра вот как раз его заметность, она прям впритык идет с дальностью стрельбы. И практически невозможно дать на нем первый выстрел и не засветиться, условно. Что бывает очень полезно. Я для себя выделил скорость, если честно. То есть, ну, у него 26,5 узлов. И на самом деле на этом уровне довольно много небыстрых, скажем так, да, линкоров. У нас есть Конго, я думаю, Конго сопоставим по скорости должен быть. Пободрее, но как бы, но все остальные линкоры все-таки помедленнее. То есть он перемещается по карте, во всяком случае. Это довольно хорошая фишка. Кроме того, у него калибр 356 мм, тоже для пятого уровня норм. И да, в некоторых случаях это также является избыточным. То есть, когда я говорю о советских линкорах и говорю об уроне, то он есть, его можно наносить, но пробитие избыточное. Опять же, получается, во многих столкновениях, когда ты бьешься с одноклассниками или младшими уровнями. Рисково позориться, что в танке мало игра. Насколько я помню, это как раз-таки такое фундаментальное отличие танковой модели. В танках как бы не бывает мало бронепробития. Много-много. Да. Всегда. Да. Чем больше, тем лучше. Есть сквозные пробития, а здесь что сквозные. Не всегда выгодно. Да? Вот. И вот как раз были моменты, когда, стреляя на Петре, и вот 356 мм выдавало... Много сквозняков против, казалось бы, очевидных целей, которые должны стабильно пробиваться. Когда ты сражаешься на оптимальной дистанции, то есть 10 км примерно, да, и... Это было как раз на оптимальных дистанциях. И ты целишься в цитадель прямо, и ты попадаешь в цитадель, то там бронепробитие всегда хорошо. Потому что, ну, как бы... И здесь есть моменты, которые были наиграны тоже. Может, режиссер как раз покажет нам эти моменты с Петром? А покажи нам, режиссер. Показывай. А пока показывают какие-то моменты с Петром, я задам вопрос Дмитрия Булина. Вот прикольно. Уважаемые разработчики, поясните, пожалуйста, вы позиционируете советские ЛК как корабли ближнего боя, почему у них перезарядка орудия дольше, чем стандартные 30 секунд? И я знаю, что ты отвечал на этот вопрос. Вопрос Егор Вощекин, почему вы позиционируете вопросы, которые мы два раза уже... Спрашивают, мне присылают режиссеры трансляции, как наиболее горящие темы из чата, и если ответ можно еще раз озвучить, потому что такой ДПМ позволяет им оставаться в балансе, потому что при более... Это балансная категория, да? Да. Ну, давай повторять некоторые вопросы, потому что к сожалению, в процессе настройки кораблей на сервере иногда почти всегда приходится быть немножко такими бессердечными сволочами. Если мы видим, что как бы корабль слишком имбовый, то мы что-то ему режем. И в данном случае ДПМ — это одна из таких важных балансных характеристик. Но, опять же, учитывая, что даже доктор Вспышка говорил, что он как бы тоже есть такая тактика, что ты стреляешь, потом ты маневрируешь. Ну, то есть, линкоры далеко не всегда по КД перестреливаются, ну прям скажем. Зачастую ты просто ждешь момента, когда противник поставится и выдаст более удачный угол, а потом уже выстрел. Поэтому стрельба по КД — это скорее прерогатива крейсеров. Есть разные ситуации, но вот эта вот линкорная дуэль — это всегда такое прикольное фехтование. То есть вы идете друг на друга и ждете, кто там поставит. Терпишь, да. Можно перетерпеть, в принципе, и цельную перезарядку, особенно когда идет какая-то циркуляция на ближней дистанции. Очень частая ошибка в вот, дуэли линкоров, как я замечаю. Выстрелили сразу, все. Да, это ты, ошибка. И ты после этого тратишь свой зал впустую, и после этого получаешь хорошую ответку. Ну, как бы... Там по цитаделям, по всем мягким местам. Вопрос, который прям горит у людей. Ответьте, пожалуйста, когда починят порт? А что именно починят? Вот у меня тоже вопрос, ребят. Когда вы пишете, что сломалось в порту, я догадываюсь. Напишите в чё, давай. Я отвечу то, что я догадываюсь. У нас в порту... Многие компоненты интерфейса работают на устаревшей системе, поскольку там все добавлялось, он лагает. Да. Соответственно, это реально болезненная тема. Я каждый раз говорю, извините, ребята, что он лагает, мы чиним порт. У нас уже патча 3 назад мы оптимизировали переключение кораблей в карусели. В прошлом патче мы оптимизировали переключение флажков, и оно реально быстрее. Там есть даже видосы у каких-то стримеров, которые там сравнивают. Раза. Оно, ну, как бы без вот этих лагов происходит. Но там еще есть некоторые вкладки, которые нужно переделать, и это потихоньку починим. А есть ли возможность сделать условно белый порт? Типа... С минимальным количеством деталей, чтобы люди, у которых прям
лагает? Океан. Океан. Но океан. Видишь, фишка в том, что здесь надо разделять именно производительность в порту из-за того, что там много моделей, и они все рисуются в максимальном качестве, это одна тема. Это как бы там, на твое ГПУ, грубо говоря, да. идет. А все-таки вот именно то, что людей бесит, это то, что при переключении там, каких-то расходников, флажков и прочего, там просто подлагивание. Это не совсем связано с количеством объектов в порту. Это интерфейсная система. Интерфейсная система. Да. Хорошо. А теперь все-таки ответ на вопрос. Когда? КТТС? Ну, как, нет, ну у вас наверняка есть какие-то говорить, планы. Да? Да, и насколько быстро эти планы? Ну, как бы вот в ближайшем патче, через патч ожидается? Или в ближайшем там... патче, через патч ничего нет, но я уже сказал, что мы на самом деле значительную часть лагов уже починили. То есть все, что связано с камуфляжами и флажками, оно не лагает. Угу. Все, что связано с переключением корабликов в карусели, тоже ок. Осталось еще там какие-то отдельные темы, ну как бы я не могу назвать версию тебе сейчас, к сожалению. А касательно... Это максимальный ответ, да. ребят. Ну, что касается океана, да, это с точки зрения видеокарты, это получается самый экономный порт. Я врываюсь в этот в безумное обсуждение того, когда починят порт. Вот мне ты говоришь, мы не анонсируем когда, а ему отвечаешь прям вот как только так сразу. Нет, он не ответил. Я не понял, ты пытался меня подколоть? Нет, я это... Твой подкол разбился, а меня как снаряды врагов разбиваются о броню советских линкоров, поэтому давай дальше. Давай дальше, давайте разобьем это выражение лица на выражение лица у Михаила Припутня. Он прям такой у нас весь серьезный молодой человек, который одним глазом форум модерирует, другим глазом выцеливает цитадели у кого-то. Обычно не стоит Михаилу Припутню говорить, что ты разобьешь лицо. Нет, я имею в виду выражение лица каменное. Вот теперь оправдывайся. Да. Миша, что там с Twitch дропом? Чё? Все хорошо? Все хорошо. Все хорошо. Я хочу тебе напомнить. У нас целый час прошел уже, а мы все еще на Петре Великом. Давайте, пацаны, взбодримся. Я хочу, чтобы режиссер трансляции поставил хайлайты по Измаилу, потому что, насколько я понимаю, с Петром Великим мы разобрались. Да, давайте поставим хайлайты по Измаилу. И ты мне сразу говори, что у тебя, что как впечатление. Впечатление следующее. Казалось, что вот он, корабль мечты. Казалось, что вот играешь и все, угол держишь, стреляешь, отрабатываешь как надо, бьешь людям цитадели, барбеты. Но в какой-то внезапно момент, при, казалось бы, выгодном для себя углу, я получил 21 тысячу в борт. При выгодном. Что ты почувствовал? Я почувствовал какую-то дыру в броне. Залез в схему бронирования и увидел, что корпус, бортовая броня, она идет под интересными такими углублениями, в которых стоят ПМК. И как раз сквозь проекцию этой брони есть прямая дорога, опять же, до барбета, который не очень так уж и хорошо бронирован. А ты уверен, что получил именно туда? Уверен. Потому что я знаю... К сожалению, у нас есть момент, место, куда можно получить. Я знаю большую дыру в этой броне, да? через которую вот цитадель реально можно получить. Ну, ты же понимаешь, я не мог провести 50 часов за каждым кораблем, поэтому я отталкиваюсь от той информации, которую получил собственным путем. Да. У тебя есть информация, что дырка там есть побольше. Соответственно, мы нашли как минимум две дыры. Иван, может, а казематная, вот эти казематы в Измаиле, они разве к цитадели относятся? Я уже чего-то не помню. Нет. Может, давайте посмотрим. О чем я говорю? Вот эти вот углубления, да, как раз показывают, которые действительно исторически там, ну, это конструкция корабля. Да, да. За ними каземат. То есть туда, я не говорю, что ты не получил туда урон, я говорю, что туда как бы сложно в цитадель получить. Ну, только если ты реально еще барбет пробьешь. Но давай мы покажем... Вот уязвимое место Измаила, которое действительно больше роляет, на мой взгляд. Давай, если мы отключим оконечности, то вот, собственно, в траверс-отделе там есть полосочка брони, которая, ну, явно меньше. Вот ее видно очень хорошо. Соответственно, туда можно получить урон, если снаряд бронебойный, и сзади есть похожая тема. Вот если снаряд линкорный пробивает обшивку, а он может пробить обшивку, он даже под углом, если он попадет в эту полоску, он идет в цитадель. И это именно та причина, по которой Измаил может получить много урона в ромб. И тут есть проблема. Мы модернизировали его броню, и во время этой модернизации мы эту полоску сделали. Сейчас мы думаем, что это не совсем правильное решение, но как бы это не очень логично. Там на самом деле, если посмотреть другие линкоры на уровне, у них такой особенности, как правило, нету. А если она есть, то там есть какой-то бронепояс дополнительный в носу. Но проблема в том, что мы Измаил 2 месяца тестировали именно так, настраивая его под эту слабость. И сейчас мы понимаем, что если мы просто возьмем и сделаем там сколько, 100 миллиметров должно быть?
Если мы сделаем вот эту полоску в траверзе сотку спереди сзади, ну как бы мы не совсем понимаем, как это отразится на остатке. Поэтому сейчас у нас план такой, что мы на это дело смотрим. Проходит там одна-две, наверное, версии, когда эти корабли играются. Если Иван видит, что у него есть пространство для апа, мы вот прям берем и ставим туда тоже полоску брони. И урон, который он может получить от линкоров, будет снижаться тогда. Правильно я тебя услышал. Если что, скорректируй. Если что, напомнишь. Если, да, если что, нет, не я. Ребята напомнят. О, активно. Ребята напомнят. Что к этому кораблю, в отличие от тех, которых мы обсудили, сейчас пока максимальное внимание. Больше, чем за другими смотрят. А что хорошего в нем есть, на твой взгляд? Потому что, мне кажется, с орудиями там вопросов нет. С орудиями... Вот, как бы тебе сказать? А он так начал, он говорит, корабль шикарный. Нет у меня вообще вопросов к орудиям. Дальность, да, это вопрос. И, в принципе, шестерка... А, хотя есть, есть. Расположение? Нет, 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 нет. Расположение как раз... Но оно забавное. Это... Здесь все-таки вкусовщина, и это мое личное предпочтение. Мне как раз нравится именно такое расположение башен. Если бы я жил век назад и был конструктором, условно, я бы, наверное, да, мне бы очень нравилось. Вот. Но вопрос-то не об этом. Вопрос вновь о дальности. Вы, если я не ошибаюсь, на Исмаиле есть место, куда поставить, во-первых, самолет? Не знаю. Есть место? Есть. А его там нет? Нет. А на Исмаиле есть место, куда поставить радар, габ и прочее. Мы расходники назначаем, исходя из геймплея. Вот. А там уже на шестом уровне возникают авианосцы, которые, ну, гораздо более серьезные. И со старшими уровнями встречаешься ты с какой-нибудь семеркой, восьмеркой, и тебе становится резко плохо. Потому что ПВО здесь у советского линкора еще не такое сильное, как хотелось бы, какое там на десятке, там, под 95 ваших замечательных попугаев, да, которые там у десяточки. Не знаю, как вы называете внутри себя эти баллы? Ну, попугаями их много кто называют, вообще это интегралки мы называем. Интегралки, ну, да. Попугаи интереснее. Да, согласен. Здесь гораздо меньше ПВО, и возникает уже серьезная опасность с воздуха. Самолет вроде бы может спускаться и подниматься, а его там нет. А знаешь, почему я сейчас так смотрел вот на Ивана? Потому что Иван делал вид, что тебя нет. А Иван смотрел в другую сторону. Он играет просто, он играет. Это абсолютно профильный вопрос для Ивана. Иван, где наш самолет? Ну, вообще там, по идее, должен был стоять корректировщик. Да. Но поскольку на всей ветке корректировщиков не стоит... Почему-то. И нет возможности альтернативно как-то игроку настроить. Это на самом деле... Такой же ответ, почему, например, на советских линкорах 9-го и 10-го уровня нельзя поставить модернизацию на дальность. Потому что на самом деле на, ну, на дальностях выше максимальной они становятся слишком неэффективны из-за их особенных настроек точности, поэтому у них нет корректировщика и, соответственно, по этой же причине нет, например, модернизации. Вспышка сейчас говорил про истребитель еще. Я говорю как минимум про истребитель, как максимум я подходил к этому вопросу, почему у этих кораблей нету корректировщиков. Просто, на мой взгляд, говорить о том, что у них точность не такая, сигма не такая, это не совсем корректно, потому что игроки должны сами решать, что поставить. А возможность у них должна быть выбрать себе на малый и без того малом радиусе стрельбы как-то хотя бы усилить. Я не говорю, что это... И вы, вернее, вы не говорите, что это даст какой-то гипер-нагиб советскому линкору. Ходи ордером, ищи друга и иди. Нет, это легко, это да, очень легко. Да. От совета от доктора, да? Ващёкина. Слушай маму и папу, ну, чё, ходи ордером. Кашу, да. Кушай кашу. Ходи ордером, почему но нет? Но игрок это... хочет сам отбиться иногда от самолетов, идущих на него, летящих на него. А с одной стороны, с другой стороны, игрок хочет получить, ну, хотя бы там на сколько будет корректировщик есть? Ну, 40 секунд, да? Сколько действий корректировщик? Ну, сейчас вернемся к теме концепции линкоров. Если я правильно помню, то секунд 100. На них, там, ну, хорошо, вот 100 секунд. На пару-тройку залпов. На пару-тройку залпов, как раз на этих три залпа во время разъезда, чтобы была возможность хоть как-то поучаствовать в бою, там закинуть пачку фугасов какого-нибудь медленного ЛК противника, который там что-то закурил, зазевал, чтобы была хотя бы такая возможность. Сейчас такой возможности даже нет. Да, я думаю, что Иван меня поправит, если что. Ты очень расстроишься, если я скажу, что мы не считаем, что надо давать на каждой ветке делать все.
То есть есть, ну, ярко выраженные плюсы и минусы. Это тот же вопрос, когда, ну, честно говоря, когда нас спрашивали про, извини, что соскакиваю, да, паназиатские эсминцы. Почему вы не даете им нормальные торпеды, только глубоководные? Ну, типа, ведь можно поставить нормальные, чтобы был выбор, чтобы можно было играть на них и так, и сяк. Но мы хотим, чтобы на каждой ветке был какой-то очень характерный геймплей с ярко выраженными сильными слабыми сторонами. И если игрок хочет другой геймплей, было бы классно, если бы он качал другую ветку, которая под этот геймплей заточена. Вот хочет он стрелять издалека, но есть японцы, они прям отлично для этого подходят. Быстро плавают. Есть немцы, которые могут поднять корректировщик иногда и стрельнуть неэффективно. Это их тоже фишка. У советских линкоров мы решили все-таки, что не нужно давать такую возможность, просто потому что, ну, геймплей подразумевает, что ты не можешь ничего сделать на дистанции. То есть тебе нужно искать возможность найти дистанцию и стрелять на ней. Ты не можешь взять по кнопочке и выстрелить дальше. Вот такое ограничение. Это плохо, ты считаешь? Но на наш взгляд... На мой взгляд, ограничение иногда здравое. Потому что у игрока есть четкое понимание, я могу сделать это, я не могу сделать это. Значит, игрок какой победит на советском линкоре? Тот, который будет создавать ситуацию, где он может что-то сделать. И остается вот на этой дистанции, у него все хорошо. Если же он позволил себе, значит, оказаться в ситуации, когда ему нужен корректировщик, ну, значит, он не совсем правильно играет на этом линкоре. Задам встречный вопрос. А у меня, подожди, не-не-не-не-не-не-не, у меня по-быстрому вопрос, знаете, кому? К режиссеру трансляции, а можете вопрос показать? По Измаилу какая толщина основного бронепояса у игровой модели линкора «Измаил»? И первый, кто ответит, получит 10 контейнеров, и рандомный, кто ответит, мы потом выберем в понедельник, рандомненько кому-нибудь еще 10 пришлем. И напоминаю, что у нас есть бонус-код, который вот вы вводите, вам начисляется боевая задача. Первый, кто выполнит условия боевой задачи, получит год према, и в пятницу мы разыграем среди тех, кто выполнит данную боевую задачу, еще один год према. У меня просьба к тебе, стрю, ты листаешь чатик, ты мог бы любой вот вопрос, который, не любой, тот, который тебе нравится, обозначить, мы человеку майку отправим с советскими линкорами. Хорошо, Лол Менда, Егор Чевохмуры. Потому что они забрали у меня работу. Я обычно перебиваю, а тут тема такая трепещущая, прям... Иван, ты что-нибудь добавишь все-таки про корректировщик и дальность? Ведь, может быть, я не залез в твою голову и сказал... Что-то не то? Нет, на самом деле про дальность вопрос, ну, как бы ответ. По дальности больших уровней вопросов нет у меня. В принципе, я с ней готов согласиться. Было достаточно комфортно на тех картах, которые сейчас представлены в игре. На дальности именно до 7 уровня, вот маленький этот, вот с 3 по 5, там есть вопрос. Причем, ну, с 3 можно мириться, а вот 4, 5, 6 как раз они требуют какое-то увеличение дальности. И именно на Измаиле есть, черт побери, вот это место для самолета. Оно отрисовано, там вот эти все салазочки, с чего его запускать. Ну, логично, чтобы он там появился. Ну, хотя бы не корректировщик, хотя бы истребители. На самом деле, как бы мы рассматривали возможность установки этого истребителя. Это несколько не бьется в стандартные прогрессии у нас по уровням. Вот, потому что у нас на там, 6 уровне, если я правильно помню, обычно у линкоров появляется корректировщик, но не истребитель. Вот, но по результатам тестирования это не было принципиально нужно. Вот, и на текущий момент решили оставить как есть. Я чувствую, в наших дискуссиях с доктором Вспышкой мы просто собираем идеи для АПА, если что-то пойдет не так. Потому идеи как, для АПА кажется, это что всегда именно хорошо. Такая тонкая, как вы говорите, настройка, а я вижу ее как такие достаточно железные здоровые стены, которыми вы обкладываете каждую ветку. А может, что произойти? Игрок, если он, к примеру, впервые зашел в игру, о, советские линкоры, и пошел служить на советские линкоры, и сталкивается с кучей ограничений и чувствует себя достаточно некомфортно, не абсолютно некомфортно, а достаточно некомфортно до 7 уровня. Большой вопрос, доживет ли он до 7 уровня? Докачается ли он? Хватит ли ему терпения? Иван, да, это же тоже. А как ты, кстати, это хороший вопрос, мне кажется, очень. Если новичок, как ты считаешь, из уровня региона? Это можно ветку порекомендовать новичкам все-таки или нет? Я бы сказал, что скорее нет, если честно. То есть мне кажется, что ветка советских линкоров, она ориентирована на более, ну, опытного игрока, который уже поиграл на других линкорах. А какие линкоры можно все-таки новичку порекомендовать? Ну, те же немецкие, или, ну,
японские. Ну, то есть тут сильно очень зависит от того... А в игре есть какое-то представление веток с именно сравнение веток линкоров? Или здесь только к блогерам иди и у блогеров спрашивай? В основном пока у блогеров, но опять же клевый вопрос, потому что есть у нас желание вот как раз... Когда мы сможем с починкой порта разобраться, вот переделать представление веток, можно добавить информацию по ветке. Это было бы клево. Чтобы было понимание, понятно, что есть, во что ты вступил. Есть вики, есть блогеры, но, конечно, хотелось бы вот в игре добавить, чтобы не выходя из клиента, можно было представление получить. Это прям идея, прям, ну, она абсолютно валидная. Забирайте. Идем дальше. Давай, пару вопросов из часика, не столько вопросов, сколько заявления. Карамба, вспышка молодец, прямо спрашивает, что и как и почему в наши корабельные крутятся, как уже на сковородке, куча проблем, а они все думают. Дайте этому человеку футболку. Да? Хорошо. Нет. У нас за окном... Я вообще-то сижу и не провернулся ни разу за это время. А вот видишь, как бы все-таки как-то изворотливо, наверное, что мы отвечаем. Про пробитие очень много спрашивают люди. Я предлагаю тебе на это ответить, потому что это больной вопрос, который постоянно будут задавать, несмотря на то, что сегодня стрим у нас про дядю Вспышку, который спрашивает про советские линкоры. Уважаемые разработчики, ответьте, пожалуйста, пишет Андрей Кучук. Когда исправите проблему с пробитием без урона? 3-4 пробития, 0 урона. Я тоже видел. Да? Я тоже видел. Есть такой вопрос. Кто не расстроится, если я 3 минуты потрачу, чтобы ответить? Если, а ты можешь 3 минуты быстро проговорить, как говорю вот сейчас? Могу. Давай. Камера. Туда, прямо вот. В данный момент в игре, значит, пробития без урона возможны всего лишь в нескольких случаях, которые не являются багом. Первое, у нас есть в схемах бронирования такие зоны, как були, например, противоторпедные. Они созданы для того, чтобы принимать урон. В них нет ничего, это защита. В данный момент, если за булем, который обычно закрыт очень тонкой обшивкой, есть бронепояс, снаряд бронебойный попадает в буль, но не пробивает бронепояс, он взрывается в буле. Но в буле ничего нету. Нелогично, на наш взгляд, вынимать ХП корабля от взрыва в том месте, которое создано для того, чтобы поглощать взрыв, и как бы там ничего нет. Соответственно, сейчас происходит вот это пробитие без урона в буль. То есть оно, пробитие есть, снаряд пробил обшивку, но не нанес урона. Мы планируем и над этим работаем уже, надеюсь, скоро, Иван, записываем, потому что уже надо это сделать. Мы добавим ленточку пробития буля, чтобы игрок понимал, что это не баг, а это валидно, ты попал в часть, которая не содержит в себе ХП. Буля пробития. Вам надо запилить видос. Про буля пробития. Показать, объяснить. Видос, я, кстати, почти уверен, что есть, но проблема в том, что как раз ленточка нужна, чтобы люди в игре понимали, потому что видос — это надо зайти, посмотреть, найти, а тут ты будешь понимать, что ага, я попал в ту часть, которая не впитывает урон. Ну и также есть еще некоторые кейсы, когда ты, например, носишь бронебойным там... А может, мы можем показать... Может быть, назвать на макете проебули. В бою? Проебули? Я думаю, что есть прям яркие случаи. У Републик, по-моему, есть... Такая особенность. Ну, то есть, есть часть корабля, где просто в конструкции. У кого? Анри тоже. У Анри, да. Там большое пространство достаточно, которое можно найти такой урон. Мы это дело исправим. Кроме того, есть пробитие в всякие модули, типа башни ГК. У них свое ХП, и они сейчас не вынимают ХП из корабля. Есть пробитие в ПМКшке, в ПВОшке. Если так получилось, что снаряд именно в ней взорвался, он ее критует, но тоже из ХП не учитается. От этого есть эти ленточки пробития без урона. Это будет пофикшено тоже. Так что ждем. Других пробитий без урона у нас не бывает? Например, выбитые части или тоже пофикшены? Выбитые части, ну, в общем, вот все, что касается выбитых частей, ПМКшек, ПВОшек, мы, собственно, это уже тестировали на общем тесте. Игроки, которые следят за разработкой, они помнят. Мы туда будем выдавать минимальный урон, и это будет называться минорное пробитие. И на это будет одна ленточка тоже новая, да? Нет. То есть у нас две новых ленточки. Ленточка пробития. Ты сейчас за историю делаешь, понимаешь? Две ленточки. Вы просили людей, я вам принес. Одна ленточка. Одна. То есть пробитие в були будет ленточка, все остальные пробития без урона будут давать маленький урон. Все. На самом деле, ты очень хорошо сказал слово «история», потому что исторически построенные и заложенные активно корабли-то у нас закончились. Да. Да, переходим к следующему. Давай. Седьмой уровень, синоп. Показывайте сразу, что там у вас есть по синопу, да, классного. Показывайте такого. Сразу. Слушай, можно я тебя перебью чуть-чуть? Да. Вот ты когда играл собственно, во все это, типа, тебе нравилось вообще? Вот как мнение человека? Мнение человека, который в прошлом любил линкоры и играл на них. Мне нравится видеть количество выбитых цитаделей и, в принципе, количество пробитий и попаданий на средней дистанции. Мне доставило удовольствие там на том же Петре Великом, пятерке, Гнезнау, да, семерку размотать за три залпа.
Ну вот он вышел у меня. При том, что это тоже линкор ближнего боя. Как бы. Тоже линкор ближнего боя, но семерка, я на пятерке, я получил удовольствие. Как элемент... А он получил удовольствие? Он, я посылал удовольствие, он получал удовольствие. Как элемент сближения? Вот как ты выходишь на рабочую дистанцию? Мне страшно все время. В некоторых боях абсолютно не получилось. Вот как раз на Синопе абсолютно не получилось выходить на рабочую дистанцию. Потому что Нагата, к примеру, меня не подпускал на рабочую дистанцию. На последующем... И правильно делал, потому что он бы навалял ему просто. Ну, да. Вот. Ну, ты понимаешь, с одной стороны, правильно делал, с другой стороны, я абсолютно не чувствовал возможность как-то к нему подобраться нормально, потому что скорости мне не хватало. Ну и тоже, ты же не будешь там с абсолютно прямым курсом, когда еще вокруг 50 человек там гуляют. Не то чтобы это провокационно, но ты же понимаешь, что отчасти ты немного наиграл, и может быть вот этот элемент сближения в последующем ты бы как бы это привык бы уже. Если тебя убегают, ну ты как бы можешь просто не догнать. Тупо. Можешь просто не догнать. То есть он разрывает дистанцию, он создает для себя выгодные условия, для тебя невыгодные. Тебе лучше отсветиться и выбрать другую цель. Если мы где-то в море в открытом, то ну вообще бесполезно. Можно просто выходить из этого боя и идти куда-то Лучше идти в другой сектор карты, где есть цель. Это такая ситуация, когда тебя стоят невыгодные условия, и как бы тебе приходится несладко. Можно так поставить, такие условия. Хорошо, можно у меня тогда вопрос к нашему уважаемому чатику. Пишите свой игровой ник и правильный ответ. Первый человек получит 10 контейнеров. В понедельник выберем еще одного рандомно правильного ответившего, который получит еще 10 контейнеров советской арки. По Синопу. Правильно же, да? У меня большой комментарий такой, вот я тут прям себе выписывал, можно тупой. Подожди, я задам вопрос. Почему? Синоп? Да. Почему? Вот такое ощущение, да. Задавай. Подожди. Чей проект должен был быть основой для постройки линкоров типа Синоп? Чей проект должен был лечь в основу? Ответьте на вопрос. Первый человек, который правильно ответит, и рандомный получит по 10 контейнеров. А теперь к комментариям, почему вот я себе написал в пометках, когда играл на этом корабле, очень тупой. Оказался очень тупой на самом деле я. Как бы, потому что после того, как изменил Синоп, у меня была там Северная Каролина, и я долго привыкал к этому расположению башни, две впереди, одна сзади. Как раз у Измаила получается 4 башни, которые назад, там вертятся. 3 назад, 1 вперед. 3 назад, 1 вперед, и можно ими играться по-разному. А у Синопа как раз это самая классика. 2 спереди, 1 сзади. И я делал что-то не то. Все время делал что-то не то. Я провел на нем больше боев, чем на других кораблях. То есть было достаточно сложное привыкание к нему, несмотря на то, что я играл на других линкорах, других наций. Это первый момент. Второй момент, когда решил пройтись по другим кораблям, более старшим, и вернулся к Синопу. Это как раз сейчас твои хайлайты показывают. Да, я сделал Кракена. И вот это какой-то разрыв. К нему он сильно отличается по геймплею, чем предыдущая ветка. Это комментарий. Мы как раз про это и говорили, что вот бывает эти нестабильность внутри ветки, потому что разная конструкция. Да. То есть ты привык немножко к одному, раз, все-таки надо менять поведение. Это первый момент. Второй момент, он все же, мне кажется, как-то недораскрыт. Вы мне рассказали, когда мы тут собирались и обсуждали, что он считался ОП, типа Синоп ОП. Ну, он очень был сильный, его действительно, наверное, это один из... В чем заключалась его сила и какой он сейчас? Да его сила, собственно, никуда не осталась, просто он был понервен, чтобы эта сила находилась в балансе с другими кораблями группы. Во-первых, у него появляется как раз истребитель, что приятно, несомненно. Во-вторых, мы в начале трансляции говорили о том, что Синоп — это тот корабль, как раз который помогает очень хорошо оценить поведение. У него задняя башня наводится под хорошим углом, и если под этим углом она наводится, значит, у тебя угол брони оптимальный. То есть он очень удобный в этом плане, и эта особенность уже останется с советскими линкорами до десятки. У него 406 мм, 9 стволов, как бы, да. Серьезная штука. 3 на 3. То есть мощное орудие, хорошие углы и файтер. Но при этом как бы, вот скорость поворота башен там еще не, пока что не хорошая. Она с Владивостока начинает, насколько я помню, крутиться бодрее. И в целом, мне кажется, это такой... Ну, я сам вот на Синопе, наверное, сыграл боя, успел, наверное, 4,
как бы мне показался, это такой один из. Это первый корабль, который очень понятен был. То есть для меня как раз эта схема 2-1, она очень понятная. Я такой, ага, все, здесь я спокойно выставляю угол, у меня все наводится, я стреляю, как бы эффект есть, броня работает, ну, то есть норм. Я не знаю, Ваня, ты, может быть, что-то тоже добавишь по синопу? Сейчас он добавляет там, мне кому кажется, на синопу добавляет. Да, добавляю. На чем воюешь, Иван? Мы на синопах как раз сейчас играем, мы стараемся это в том же... А вот вас как раз показывают, да. Давай комментарий. Мне кажется, мне сейчас уже добавят. Все равно все у тебя хорошо, у тебя не один аккаунт. Чуть-чуть пару комментариев по поводу того, против кого воюешь, почему такой угол, что воюю, собственно, тоже против синопа. Вот не знаю, сейчас получится мне с ним сойтись вблизи или нет. Или мы с ним просто затаранимся, как настоящие герои. А ты доживаешь? Это хороший вопрос. Меня тут поливает Белфаст, но... И Миока. Нет, не доживу. Теперь развернуто можешь пообщаться с нами. Ивана от Синопеля в прямом эфире. Почему тебя так убили? Почему ты не смог сойтись в ближний бой? А на самом деле, потому что я съел торпеду. Сколько у тебя хп было? Там процентов 10 было по виде. Съел? Ну, да, ну, я поймал торпеды. Там довольно неожиданно рядом оказался Широцую. Вот, и... Ну, я, собственно, съел я несколько торпед. Я тоже хотел поговорить. Быть может, у советских линкоров появится возможность обнаружить торпеды чуть раньше, учитывая, что у них достаточно неплохая для линкора маневренность по перекладыванию руля. Вот. Очень хорошая, но радиус циркуляции большой. То есть он может неплохо вот маленькими менять курс. Как раз фишка такая. Да, это как раз фишка, которая позволяет там, в ближнем бою подрулить и довести башни. Да? Может быть, дальность обнаружения торпед у них будет лучше, чем у других. По-моему, Вань, мы даже в своих смелых мечтах в самом начале даже обсуждали, стоит ли давать им гап или нет. И все-таки решили, что нет. Может быть, ты расскажешь, почему? Да, потому что это, ну, хотелось разделить их с немецкими линкорами, на самом деле, поскольку они в целом довольно сильно бьются в одну и ту же нишу геймплейную, то есть это линкоры ближнего боя. Вот, хотелось, собственно, их разделить и тем самым, ну, то есть у советских линкоров там вблизи точность довольно хорошая, то есть у них также пул ХП приятный очень. Ну и там время перекладки рулей тоже хорошее. Бонусом к этому идет, естественно, такое расположение башен. То есть, ну, нам показалось в свое время, что этого достаточно. Признаемся, что это намеренно оставленная, по сути, слабость. То есть эсминцы — это хорошая контра для советских линкоров, и они не могут обнаружить торпеды никаким образом специальным. Вот можно поставить модернизацию на обнаружение, например, взять скилл на обнаружение. Да, я вот катаюсь со скиллом бдительность. Как бы, на самом деле, учитывая, что советские линкоры в ПМК-то качают, на самом деле, смысла не очень много. В ПМК нет вообще. Ну, на Туре, знаешь, Туре, я, кстати, Туре, привет тебе, я твой фанат. Я видел, он катал вчера с восьмерки, и дальше, по-моему, у него там нормально получалось. Там просто немножко рейнжа не хватает. С восьмерки? ДПМа, да. Да, с восьмерки, целом... да, но мы говорим сейчас все-таки о синопе. Да, 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 конечно. И здесь еще и ПВО не самое... Ну, оно как-то появляется, истребитель как-то помогает, но ты еще такой недоношенный боец. Это не ПВО линкор, конечно. Да, это не ПВО линкор. Оно нормальное. И получается, она опять мы слышим, что скорее слабое. Немца. Слабое даже? Ну, оно не впечатляющее, скажем так. У него маленький... Это знаешь, я приведу пример. Ты вот стример, а как это, мы не стримеры, да? Ну, ты стример уже. Да я не стример. Я ни разу в игру-то не играл во время этого трансляции. Ты сам говоришь, когда вот ты на стриме, либо на вопросы отвечать, либо в игру играть, да? Либо одно, либо другое. О, может быть, вспышка прямо при всех мне скажет, может быть, я такой дебил. Я участвую в стримах, и у меня постоянно проблема. Если я отвечаю на вопрос, то я не могу нормально играть, и наоборот. Это только у меня или это у всех стримеров? У всех, кто делает это никогда или иногда. Понятно. Короче, надо больше тренировок. Ты можешь, ты машину водишь? Да. Говори вместо радио. И это примерно тот же самый навык. Абсолютно подобный, когда ты что-то делаешь руками и смотришь глазами, и еще складываешь предложение в осмысленный абзац. Окей. Вот. Я просто советы доктора вспышки. Небольшую параллель проводил, чтобы не отвлекаться ни от чего. То есть отвечаешь на вопросы, отвечай на вопросы. Идешь на сближение линкором ближнего боя, ни на что другое. Короче, понятно, что мы отвлекли Ваню, и он слился только поэтому. Конечно, так, конечно. Затащил, Роман чем? Шахов говорит: дядя Сережа, попроси плиз собеседников прислушиваться к замечаниям игроков на форуме. Большинство того, о чем ты говоришь, было неоднократно написано на форуме. Это с Ютуба нам пишут. Были вопросы, знаешь, про что? Прислушивайтесь. Попросили? Я отвечаю. Прислушивайтесь. Спасибо, дядя Сережа. Потому... Почему дядя Сережа?
Потому что это присказка у игроков. Да? Да, я не готов называть себя папка-нагибатор, поэтому дядя Сережа. Мы с тобой сегодня говорили про читы, и были вопросы про читы. Какие-то вот очень такие странности. У нас читеры есть? У нас в игре. К нашей игре возможно сделать модификации, которые дадут определенное игровое преимущество, как и в любой другой игре, к сожалению. Слава тебе, Господи, что у нас большинство критически важных игровых механик обрабатываются только на сервере. Ты не можешь себе волхак сделать, ты не можешь сделать так, что тебе торпеды там пошли, точнее, через стены, например, видеть противника. То есть все критические механики отрабатываются на серваке. Но есть некоторые вещи, например, точка упреждения, которую можно как бы определенным способом сделать. И мы запрещаем такие модификации, соответственно, у нас есть система, которая. Тут забавная штука, потому что, черт возьми, уже это исследовался вопрос. Как бы любой игрок более-менее нормально учится стрелять через там 100-200 боев. И ему эта точка упреждения, ну, не особо нужна. Как бы иногда она даже будет тебе врать, потому что есть маневр еще противника. Ну, конечно, да. Люди все равно периодически это ставят. Соответственно, они получают страйк. Первый, второй страйк уже с двухнедельным баном, третий страйк перманент. Работает вообще система? Я не спрашиваю, как работает. Мне интересно, ну вот реально, мы баним людей или не баним? Сегодня на форуме как раз были вопросы на эту тему на русском. Я там с ребятами общался. Покажите головы. После этого, да. Головы, да. После этого полез статку смотреть. Потому что мы, ну, естественно, это все записываем у себя. Забавный факт. Значит, соответственно, посмотрел статку за год и просто орнул. За год. Перманентно, то есть люди, которые раз попались, два раза получили бан, не поняли, третий раз улетели в перманент, перманентно было забанено ровно 666 человек. Во славу пожарам. Люди спрашивают, что написано у тебя на футболке. Написано «This is fine». Все в порядке. Такой мемчик есть, мы его переделали под капитана. И внизу такая присказка. Мы просто работаем, поскольку постоянно на релизах с патчноутами, с игроками. У нас постоянно горит. У игроков горит, когда у нас тоже горит. Поэтому у меня вот наша классическая эта схема работает. Немножко объясню, на самом деле, ты не до конца раскрыл. Есть одна табличка, которая на заводах вешается. Да. Дней, количество дней без инцидентов. Ноль. Ноль — это значит, что вчера что-то было. Это значит, что вчера что-то починили. Да, все в порядке. Вчера что-то починили. Вопрос. Переходим. Вопрос. Подожди, то есть не переходим. Я не знаю, кстати, про заводы. Я думал, это просто такая там. Это реально на заводах есть такие количество дней без инцидентов. Так у меня футболка с хорошим юмором, с иронией. Да, да. Отлично. Да. Спасибо. Самодел. Сергей, спроси у них, зачем было придумать концепцию ближнего боя, если в реальной жизни линкоры никогда не закладывались для ближнего боя, особенно проекты линкоров СССР. Особенно. Типа злая версия меня говорит, что в реальной жизни большинство этих линкоров вообще не закладывались. Ну, это правильно. Начиная с Сино, покажется. Про место? Нет? А что ты мне показываешь? Я думаю, тычу на Ваню, чтобы Ваню... Ну, мы просто очень редко их приглашаем к разговору. А Ваня, ты хочешь ответить на этот вопрос? Хочется жизнь попортить. Если я могу ответить, но если ты хочешь, то я отдам тебе. Филипп, тебе больше нравится? Пускай доктор Вспышка решит, кому отвечать на этот вопрос. Давай, все равно. Тычь пальцем в любого. Отвечай ты, потому что он играет. А, мы не хотим, чтобы Ваня опять из-за нас не дотянул. Дайте ему выиграть хоть раз сегодня. Как бы... Ты выигрывал уже сегодня, ладно? Это игра. Один раз был. Давай, отвечай тогда. Дважды. На самом деле, потому что хотелось... Ну, у нас немало уже линкоров дальнего боя. Перечисли. Вот. Ну, собственно, это японские, французские линкоры. И по-своему они, конечно, отличаются боеприпасом, но британские линкоры. Вот. Амеры тоже могут. Ну, амеры в целом такой, скорее, на средней дистанции, но они, опять-таки, тоже могут вдаль. То есть у нас как бы единственная ветка такая более... агрессивное, что ли, это немецкие линкоры. Uh-huh. Вот. В советских линкорах одна из главных особенностей – это вот их схема бронирования. По сравнению там, с теми же там, американцами или японцами, она прям хорошая. Вы их оцениваете лучше или хуже? Она лучше, она безусловно лучше. И это тот фактор, который нам позволил сделать их вообще линкорами для ближнего боя. Ну, то есть, если у тебя нет брони, ну, ты не доживаешь до ближнего боя. Концепт понятен, но при этом у нас возникали как раз вопросы именно по броне на младших уровнях. Да? Не по всей. Не по всей. Третий, пятый, а четвертый и шестой – это как раз вопросы. Ну и переходя к синопу, он начинает пострадывать уже, там же девятки появляются.
личности. Но почему, скорее всего, для меня был настолько непонятен и болезненен? Потому что я попадал в бои с восьмерками, с девятками. Там серьезные противники, они спуска не дают. Там хорошие, кстати, появляются прем-корабли восьмого уровня. Некоторые, к примеру, крейсера имеют дальность стрельбы 18 километров и начинают за 2 километра до того, как я могу до них хоть что-то плюнуть, они, конечно, уйдут из радиуса, они начинают тебя решить. Эти синоп, в этом смысле, мне кажется, он должен быть сильным на своем уровне, и чтобы хоть как-то противодействовать уровням старшим. Потому что в предыдущие варианты, на предыдущих уровнях, там как раз ты видишь на пятерке семерку, ну, проблем особо не испытываешь. Там уже вопрос, как ты себя спозиционируешь. Здесь, конечно, ты занимаешься тем, о чем вы говорили раньше. Позиционирование себе на карте и сближение. Да, вот как бы основной геймплей. А дальше, когда ты добрался, ты уже царь и бог, чемпион. Я же правильно понимаю. Я это. Думаю, да. Да. А получается, на синопе ты и подобраться особо не можешь, и укусить особо не дотягиваешься. Но если тебя убегают... Они всегда убегают. А я перебиваю. Не убегают только глупцы. Перебиваю еще раз этих парней. Пока ты думаешь над тем, как классно ответить на этот вопрос, я напоминаю о том, что сейчас кто-то вам вот из этих парней, там режиссеров трансляции, раздаст коротенький код. Вы его вводите, получаете боевую задачу. Первый, кто выполнит боевую задачу, получит год према. А после этого мы рандомно выберем человека прямо в прямом эфире и ему тоже дадим год према среди тех, кто выполнил эту боевую задачу. Те вопросы, которые озвучиваются в эфире, которые вот этот молодой человек захочет поощрить, если вспомнит потом, конечно, но мы постараемся, что вспомнил, мы можем отправить футболку прям или кружку. Вот жалко, что кружку не показали. Ахтям, тебе двойка сегодня. У меня большая просьба к режиссеру трансляции показать вопрос, ведь мы перешли к новому линкору, который называется... А мы не перешли Владивосток? Мы с Синопом так и не перешли. Не разобрались. Ну, Синоп, комментарий мой вы услышали. Да. Ваш комментарий, то, что он у вас на тесте был ОП, его немножечко сделали послабее, а хотелось бы услышать, каким он был, чтобы, быть может, вернуться к этим настройкам корабля, с одной стороны, и вопрос, за который... Дадим? Да, давай дадим. Дадим чет, режиссер, да. Пиши там. Пишет Константин. Просто, надеюсь, не наш Павлов. Надеюсь, что не наш. Напишет и все. Линкор ближнего боя не зайдет в КБ. Там есть скилл и фокус. Куда тогда возьмут линкор СССР? Зачем качать линкор СССР, если его не берут в КБ? Ваня, ты считаешь, что Кремль имеет будущее в КБ? Не уверен, если честно, потому что сейчас, ну, как минимум прямо сейчас, в клановых боях мета очень подвижная, и там много крейсеров, которые будут очень далеко на дальней дистанции от Кремля, и поэтому я не уверен, что он туда зайдет. Ну, а теперь внезапно дикий дисклеймер, что в каждый отдельный момент мы абсолютно спокойно относимся к тому, что не вся техника одинаково популярна в КБ, но мета меняется. Как бы, и в какой-то момент она может поменяться там, в угоду другим кораблям. У нас очень много веток, очень много десяток уже набралось, и да, в каждый момент времени не все работают. Но посмотрим. Мы же еще не знаем, как Кремль зайдет в КБ. Посмотрим. Я же правильно понимаю, что вообще не все десятки идут в КБ? Я вот помню по коду. Не, ну, в смысле, это и не КБ. Как бы, все десятки так или иначе играют, но есть более популярные, есть менее популярные. Бывают всякие интересные фишки. Там все взяли Сталинград, опа, там мета Сталинграда. Потом раз, Анри, значит, с инерционкой, Сталинград контрит, произошло пробитие, опа, Анри начали там, грубо говоря, доминировать. Mm-hmm. Доминировал Гинденбург раньше, мы его там поднерфили, раз, типа, он перестал доминировать. Мы норм с тем, что мета меняется, если мета не меняется, это очень скучно. Ну, просто вот так. Но мы про Синоп говорили. У Синопа вспышка отметила недостаточную дальность, которая не позволяет в каких-то ситуациях ответить, дать сдачи. То есть это слабость корабля, мне тут, честно говоря, ответить нечего, она есть. Я просто считаю, что это нормально, когда есть слабые какие-то моменты, от которых ты скорее убежишь. То же самое, я иду на эсминцы, там на меня выходит типа такой Кливленд, я такой говорю, нет, я пошел, все, ты как бы тут это. Ну, то есть, да, такие моменты есть. Вот. А есть моменты, когда ты делаешь, с одной стороны, правильный выбор, с другой стороны, противник совершает ошибку, там, не убегает от тебя, и ты ему раздаешь люлей. И такое, по статистике, учитывая средний урон, синопа и прочее, оно случается часто. У меня просто может закрадывается такое опасение, ну, во всяком случае, я себя чувствовал именно так, что вот это надо перестрадать. Синоп? Угу. Именно так. Есть некоторые кактусы,
да, которые вот, ну, может быть, в углу из-за ручек, может быть, ручки просто не подходят у командира, да, вот, вот. А некоторые... Слушай, знаешь, а давай посмотрим, потому что, ну, нам... Здесь интересно, конечно, взглянуть на статистику. Нам не по кайфу делать кактусы, и мы стараемся их убирать. То есть у нас были примеры, у нас действительно есть примеры кораблей. Это видно, когда ветка уже какое-то время в релизе, есть остатки по тому, как игроки прогрессируют по ветке. Есть корабли, об которые люди спотыкались и спотыкаются. Мы стараемся убирать. То есть Фурутака, я помню, была спорной, мы сделали из нее очень крутой корабль. Да, ну, и правда. Есть другие корабли, на которых люди спотыкались, мы их апали, чтобы они как раз дальше шли. Потому что, ну, нам, как разработчикам, тоже не очень хорошо, когда игрок идет по ветке, и тут как бы все думают, да, конечно, вот задонатить свободку, на самом деле в основном игроки просто могут бросить прокачку ветки, нам это неинтересно. Мы посмотрим на синоп и на то, как люди с него идут. А может, у ребят есть что показать по поводу их боев? Я бы прокомментировал, на самом деле, немножко про статистику синопа. И хотел бы сказать, что сейчас он выглядит из четверки, пожалуй, самым сильным. Из четверки? Из четверки тех, кто сейчас уже в предварительном доступе. А, то есть из всех Петра Великого, Измаила, Синопа и, соответственно, Владивостока. То есть он относительно своих одноуровневых одноклассников, он сильнее, чем другие Тверские? Да. Но как бы мы на статку пока не будем сильно напирать, потому что ранний доступ обычно тоже получают... ну, не все подряд, скажем так, и посмотрим, вот, ветка релизнется по-нормальному, пройдет месяц-два, будет уже понятнее. Конечно, это предварительные результаты. Готовы мы перейти к Владивостоку, вспышка? Да. На самом деле, Владивосток, Советский Союз и Кремль, я был бы готов даже и... Не обсуждать вообще в принципе? Не-не-не, обсуждать, конечно, обсуждать, конечно. Просто мы здесь уже полтора часа. Да? Да. Ты предлагаешь ускориться? Я предлагаю... Ну, во-первых, там же сразу увеличивается... Давайте, перешли к обсуждению, но обсуждаем их триумвират. Скопом, да. Потому что геймплей там похож один на другой, в принципе, плюс-минус. Я просто заметил рост характеристик. А на Ленине ты успел поиграть? А? На Ленине успел поиграть? На Ленине успел поиграть. Можно туда же его, на самом деле. Да, да. На Ленине я как раз играл. Ну, у Ленина интересное расположение башен. Да. Вот эти три башни спереди. Я как раз... Утюг. Последний корабль, на котором я играл, это был как раз Ленин. И играл на нем много. Мне понравилось. В нем как раз нету вот этой загадки синопа. В нем все четко, понятно, пробивает, попадает, на ближнюю дистанцию сойтись сможет, даже самолет какие-то сбивает, которые к нему подлетают, истребитель поднимается, запускается, отбивает. В принципе, к нему вопросов у меня нет. Просто стабильный рост характеристик дальше. То есть, если рассматривать всю ветку целиком, то как раз с 3 по 6 уровень там меняется немножко расположение башен. Меняется шероховатости немножко... всякие, неровности. Да, нет. Шероховатости, неровности есть. А семерка, она, в принципе, получилась именно в коктейле встречи с восьмерками, с девятками, такой немного невнятной, потому что она еще не может им надавать по борьбе там как вот надо. Знаешь, что у меня это... А у топов нет вопросов. Там, в конце концов, и дальность появляется 18-20 километров. Это уже, ну, достаточно комфортно. Да, ты не можешь уверенно попасть из-за разлета снарядов, они очень сильно разлетаются. Но в ближнем бою там появляется, против тебя выходит там буденый какой-нибудь. А можно нам как раз показать нарезочку? А вот уже показывали, и раз у тебя нет вопросов, то я задам вопрос по-быстренькому, прости. Владивосток, сколько очков боеспособности будет у линкора Владивосток после установки топового корпуса? Пишите в комментариях, пожалуйста, ваш никнейм. Правильный ответ. Первый правильно ответивший получит 10 контейнеров. Потом выберем рандомно из правильно ответивших еще одного человека и тоже начислим ему 10 контейнеров. Простите, что я вас перебиваю. На самом деле, я сегодня так мало перебиваю. Ты меня подставил, потому что я, как раз говоря про Владивосток, хотел отметить его запас ХП, который... Скажи, хорошее. Хорошее. ХП. Прямо у него много ХПшечки, и у него еще фишка Владивостока. Ну, мы же к нему пришли как раз. Носовой кормовой бронепояса есть. Это приятно, потому что они частично дают рикошеты, как бы его в лицо сложнее пробить. Ну, это скорее народу рассказывать, потому что я это ощутил, мне это понравилось. Я чувствовал себя достаточно уверенно, спокойно. У меня даже нет комментариев к топам. Но вопрос, как люди как раз и докачаются до топов. И мы в ходе стрима как раз упоминали, а насколько логично идти
по этой ветке. Потому что я думаю, когда люди докачаются до девятки, до десятки, до восьмерки, там возьмут еще Ленина, там пощупают, они поймут, что как играть на этих кораблях, где они хороши, где они комфортны. Потому что, ну, любой случайный. Знаешь что, я сейчас припоминаю момент такой. Это было, кажется, это было на шестерке. Но это, в принципе, описывает всю ветку. Если как-то внезапно пытается тебя обойти крейсер, ну, практически любой, даже старший уровень. Там как раз я был на шестерке, а меня обходила семерка. Без проблем, очень быстро переключаешься на него и за два залпа его тушишь. В любой момент, когда он крейсер и вот у меня в таком случае вброс, я тебя перебиваю, прям это вот Анатолич 1986. Если читаю твич, то вопрос такой: почему советские линкоры горят как спички? При всем уважении к игрокам, я хочу прокомментировать такой момент, что механика пожаров, она абсолютно единая. У нас есть части корабля, в них прокидывается, грубо говоря, шанс пожара, который складывается из шанса поджога снаряда, плюс там модификаторы, если есть навык, соответствующие флажки. У каждого корабля есть определенный коэффициент защиты от пожара, но этот коэффициент единый для уровня. То есть топовые корабли на каждом уровне имеют одинаковый коэффициент. Соответственно, это ощущение тогда у игроков? Будешь ты стрелять, то есть будешь ты стрелять в советские линкоры или в аналогичные линкоры, в линкоры другие аналогичного уровня, шансы пожара никак от этого не поменяются. Ну, то есть, как бы, горят как все. И процент ХП, который выгорает, в данном случае тоже одинаковый. То есть, я даже не знаю, может быть, Ваня, есть какая-нибудь суперхитрость, которую я не знаю, что можно один линкор поджечь как спичку, там, а другой нет? Нет, на самом деле нет, они действительно, то есть, настроены одинаково. Если тогда говорить, что все линкоры горят как спички у человека, или все не горят как спички, они горят одинаково. Поэтому вот, такой у меня комментарий. Шанс поджога фугаса, и он бывает разным. Да, но если, говорю, стрелок один и тот же, то шанс будет одинаковый. Вот. По любому линкору. У комменти есть несколько вопросов, которые мы частично успели на них ответить. В частности, мы ответили о концепции, о Сигме. Вопросу о слабом ПМК давайте все-таки обратимся, потому что ПВО на 8, 9, 10 уровне оно в принципе присутствует, оно позволяет отбиться от атак авианосцев. Да, понятное дело, вот здесь ходи в ордере будет прям совсем хорошо и безопасно. Но ПМК все же ближний бой. Все же какая-то дальность стрельбы, и здесь она волнует. Да, до немецких, там, напомни мне, 10, да, там, километров, 11 километров. Ну, там можно сказать до 10 с хвостиком. Да, 10 с французы, хвостиком. По-моему, 11 могут взять. Ну, там, до этого не дотягивает, понятное дело. Но это сейчас. 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 Специально такие настройки. Да. Да, сейчас такие настройки по дальности. У советов 3-5 можно сделать, но по ощущениям, по сближению все-таки хочется в районе 7. Короче, советский, начало ПМК как бы имеет смысл максимально 7 уровня, там, где перк на ручку ПМК начинает давать максимальный бонус, и они там действительно не раскачиваются до вот этих дальностей, то есть дальности немцев-французов. Французам. Оставьте эти дальности, но дайте хотя бы там 7. Они типа там в районе 10-11, советов можно скачать на 7, по-моему, как раз 8. Ну там базовая топовых. 5.3, вот я сейчас лишний раз перепроверил на Ленине. Вот, то есть она, она не зарезана. Не на Ленине, давай на Владивостоке, давай на так, а там по уровням. Скорее всего, она абсолютно такая же. Да. То есть там нету, то есть 3 километра это очень маленькая дальность для 8 уровня ПМК. Не, оно раскачивается, грубо говоря, как на не ПМКшных линкорах. То есть оно не зарезанное, оно не просто обычное. Короче, на советских линкорах из-за этого нельзя сказать, что эффективно играть в ПМК, потому что вот до этого приятного рейнджа, который 10 километров, который могут похвастаться немцы и французы, ты не раскачаешься. Вот, в этом как бы проблема, я правильно понимаю? Да, проблема в том, что хочется играя там на ББшках, поджигать вражину тоже. Бери немца почему и... А хочется делать это на совете, понимаешь? Мы это рассматривали, как бы, даже на форуме игрока. В конце концов, всего две ветки ближнего боя, и у этой ветки и дальность меньше. Ваня сейчас будет трясти. Это самое, не знаю, кулаки там нажиматься, потому что мы, вот честно скажу, мы с Ваней как бы ругались на эту тему прям долго. И ты за что был? Я всегда люблю врываться, вот я всегда за ПМК. Дайте мне ПМК на вот, все. Мы вместе, нас двое. ПМК на эсминец, на крейсер, дайте мне ПМК там на все, чтобы вообще все ПМК шло. Но есть нюансы, и Ваня меня все-таки переубедил.
почему мы сейчас этого не сделали. Во-первых, ну, немцы, уже там было много сказано, что хочется с ними сделать разделение, что немцы так играются в ближнем бою, советы так. У немцев есть хорошая ПМК, а у советов нет. Дальше очень важный момент. Собственно, на Ленине это прем, он стоит немножко отдельно, на нем хороший состав ПМК. И если по каким-то причинам необъяснимым Ленин вдруг начнет по статистике проседать, может быть, Иван соблаговолит ради меня, тебя и всех игроков, которые любят ПМК, порадовать. Если будет возможность по балансу, порадовать и дать возможность там, ну, увеличить рейндж, чтобы можно было закачиваться в ПМК эффективно, я правильно понимаю? Да. Мне очень нравится, просто, когда в прямом эфире такое говорю, Ваня уже не может сказать нет, поэтому я пользуюсь возможностью. Но если говорить про игроки, да, игроки, ловите, фоткайте, гифки делайте. Но если говорить про ветку, есть проблема. Хочется, ну, как бы глупо, когда есть, например, 7, 8, 9, 10, и ты ПМК шить можешь нормально там только на восьмерке. Ну, то есть должна быть последовательность. Да, ты начал качаться в ПМК, и ты уже до десяточки уже это сохраняешь. На немцах оно так и работает. У Кремля очень хороший теоретический ДПМ на ПМК. Я прям просто я это все уже знаю, потому что я с Ваней ругался на эту тему, я подготовился, я посчитал все цифры. Там теоретический ДПМ на ПМК выше, чем у Курфюрста. То есть там все хорошо с количеством стволов на борт. Но вопрос, как донести это все, да? Но в чем проблема? Расположение этих ПМКшек таково, что если ты хочешь полным бортом кидать ПМК, это прям нужно подставляться. То есть там есть башни, они выстроены вдоль корпуса, там две, по-моему, спереди, две сзади. Соответственно, если ты танкуешь, ты две башни уже сразу выключаешь. ДПМ садится сразу же. При этом, как бы... То есть на Владивостоке можно так сделать, можно сделать ПМК-закачку, было бы и нормальную, но на Советском Союзе есть проблема с ДПМом ПМК, с количеством ПМК, и на Кремле есть проблема вот с этими углами. И получается, что мы тогда могли бы дать закачку, которая хорошо бы игралась на восьмерке, но на девятке и десятке игралась бы не очень хорошо, это была бы большая трата там, очков, модернизации, при этом тебе надо поставить борт. В борт ты получаешь. Ну, как бы по итогам этого, Ваня мне сказал, прости, Фил, но тут это просто нецелесообразно. Может быть, еще не дополнишь. Я бы еще добавил один момент, то, что у немцев есть одна важная национальная особенность, это пробитие фугасов. Она считается не как 1/6 калибра, а 1/4. И это позволяет, на самом деле, их ПМКшкам быть, ну, просто лучшими в игре. Плюс, как бы, у Кремля у того же 130-ки стоят исключительно, да, у немцев 130-ки есть 150-ки. Это не самый большой калибр, вот, и таким образом, да, теоретически ДПМ он больше, но фактически он меньше, просто потому что пробитий будет намного меньше. То есть у там, Курфюрста он пробивает там, крейсера уверенно, он пробивает там, с инерционкой, ну, даже и без, на самом деле, его там, крупный калибр пробивает другие линкоры в оконечности. Это очень серьезный бонус. Вот. И вот я сейчас все играю-играю, лишний раз думаю о том, что на самом деле на советских линкорах, конечно же, закачка очень, ну, скажем так, здесь нужно потратить много навыков командира на эффективную закачку. Ты хочешь инвесть, ты хочешь противопожарку в любом случае, потому что у тебя ограниченные огнетушители. А это уже 8 очков, а тебе для ПМК нужно тоже 8 очков. Ручка ПМК и усиленная огневая. Я прошу прощения, что вас перебиваю. Я считаю, это просто, я должен высказать мнение свое. Нам нужен отдельный стрим с тем, как просто Мебиус играет и как меняется у него выражение лица. Потому что это лучший актер, которого я видел в этой комнате. Я вынужден вас перебить, потому что у нас очень такая бурная дискуссия. У меня есть Макс Космонавт, который просит вспышку прокомментировать, пожалуйста, призы. До 1000 контейнеров «Советская эпоха», «Ленин», «Ленинград», «Гремящий», набор сувениров с символикой World of Warships и автографом «Вспышка». И Макс Космонавт, ты получаешь от меня лично «Гремящего», потому что ты напомнил нам о том, что мы забыли. Мы разыграем вот эти, то, что пообещали, собственно, контейнеры. Ну, да это что ты смеешься со мной? Ты такой злой, Фил, если честно. Мне так как автограф бонус-кодом распределить. Вы там что-то придумали. Человек активирует бонус-код. Я не в курсе. Я попросил, ребята. Ты подписывал все. Подожди, человек активирует бонус-код, ты к нему выезжаешь на его там квартиру, подписываешь ему автограф и уезжаешь. Вычисляя по IP буквально. Да. Тоже неплохо. Есть вопрос по теме, но закончим. Давай я закончу с этой штуковиной. Значит, мы спрашиваем вопрос, мы перешли к Владивостоку, правильно? А прям про него тебе сказать нечего, он хороший, ребята вроде бы на нем играют. Я бы задал вопрос чату и к этому подвел, собственно, следующую награду. Да. Советский Союз. На сколько процентов был готов линкор Советский Союз, когда началась блокада Ленинграда? Пишите свой игровой ник и...
Нет, пишите свой игровой ник и правильный ответ. Первому правильно ответившему человеку мы начислим 10 контейнеров. Еще одному рандомному человеку мы начислим еще 10 контейнеров. Всего у нас сегодня 8 линкоров и заготовлено 8 вопросов. По 20 контейнеров на каждый линкор это получается, господи, сколько получается? 160, да? 160 контейнеров, а все оставшиеся мы разыграем в конце стрима. 100 человек получит, поскольку там осталось-то? От 1000, если отнять, минимум по 8. Я гуманитарий, поэтому считай сам. 100 человек получит по 8 контейнеров, разыграем в конце стрима, ждите. И я всуну 8 тысяч, потрясающе. Я могу всунуть про Советский Союз комментарий, потому что я хочу сказать, я хочу поделиться. 60 миллиметров бронепалубы, это значит, что практически все фугасы идут нафиг. То есть даже большие крейсера типа Аляски, там всякие Анри с инерционками не пробивают фугасами вообще. Его могут пробить бронепалубу фугасами, либо Мидвей какой-нибудь с этими фугасными бомбами своими мощнейшими, либо другие линкоры, которые на 10-х уровнях, на 9-х, как я уже сказал, фугасами стрелять будут редко. То есть отличная особенность, я считаю. И она уже идет и на Кремль. Полностью согласен. Вспомнил один момент про Владивосток. А, окей. Такой запоминающийся. Перестреливаю с Ямато. Он мне на 10, я ему на 12. И это было очень приятно. Неожиданно приятно. Стримил от Салатриса на днях, тоже на Владивостоке. Перестреливаю с Мусаши. Он мне, по-моему, там ни хрена, я ему 40 с чем-то. И я люблю все такие моменты, когда... Когда ты все, а тебе ничего. Когда бог рандома просто позволяет мне на стриме выпендриться, и я такой говорю, я же говорю, это ближний бой. Вот Мусаши, раз, вот нет Мусаши, там, так сразу. Это очень приятное чувство, и когда удается это сделать, это просто... Вопрос от шкипера, на мой взгляд, хороший, я эту тему... Хороший? Слушай, подожди, если нравится тебе вопрос, давай вот этому человеку... Может, подожди, давай мы все-таки по очереди, как-то мне кажется. Шкипер. Хороший. Шкипер. Что вот. Дадим ему вопрос. По ПТЗ. Вопрос? Да, по ПТЗ. Задать. Вначале задать. То есть, может, ты... Давай. Слишком хороший вопрос будет, да? Я молчу, ладно. Дать сразу хотел. По противоторпедной защите. Я этот момент не поднимал. Как с защитой от торпед у советских линкоров, у тех же Япов, Ямато, Мусаси, ПТЗ срезает 60% урона торпед. При этом Япы это дальний бой. А что у советов? Ближний бой. Сколько советов срезает? С ПТЗ, скажем, до Советского Союза. Я, кстати, не помню, что на Владивостоке с ПТЗ, если честно. Но там не космос. Да, то есть до Советского Союза получается ПТЗ не космос. И это можно записать в их слабости. То есть уязвимость к торпедам. Но на Советском Союзе уже идет 35%, а на Кремле, по-моему, под 40%. Даже больше. 40%. То есть 46, 48. Одна из лучших ПТЗ в игре, да, на Кремле. То есть мы ПТЗ же балансили как раз во время теста. И, по-моему, оно было ниже, мы его апнули потом. Оно было заметно ниже, мне кажется, оно было в окрестности 27%. Ну и, соответственно, концепция 40%. В том, что на младших уровнях, на средних это скорее слабость, на девятки-десятки это уже превращается в хорошую прям историю, на десятки это прям второе значение на уровне. То есть такая вот прогрессия идет. Кто задал этот вопрос? Шкипер СФ. И что ты ему хочешь дать? Шкипер СФ. А мне понравился вопрос. Он, в принципе, объясняет... Мне тоже, я ничего не говорю. Что ты хочешь ему дать? Ленина. Логично? Да. Держи. Шкипер СФ, напишите, пожалуйста, ваш игровой ник. Вам Ленина приехала. Да. Одна штука. В понедельник. А для всех, кто к нам присоединился или смотрит давно, я хочу очень сильно... Мне в какую камеру? Я могу смотреть. Для всех, кто только что присоединился давно, у нас сегодня безумно крутой стрим. Здесь сидит целый Филипп, целая вспышка, и там два еще каких-то непонятных парня разраба. У одного из них крутейшая мимика, а у другого голубое поло. Есть короткий бонус-код, такой в спис. Вы его вводите, получаете... у нас не влезло больше, я честно говорю. Вспышка, так исторически сложилось. ВСП достаточно. Но в спис же... Проебули вам за это. Мне кажется, самый крутой термин, который есть в нашей игре, придуман одним разрабом, называется «полностью уничтоженный корабль». Это лучшая статистическая единица. Да пошел ты, Егор! Я никогда не думал, что будет это как пук сокращать. Камон! Полностью. Они теперь мод запилили, чтобы у них показывался процент пука прямо в игре. Вводите этот код, и, собственно, по коду у меня безумный вопрос.
По коду вопрос, знаете какой? Он начисляет боевую задачу, выполняя которую первый человек, который ее выполнит, получит год према. Ну, прям это потеть в выходные и год према, бабах. А потом мы в пятницу, вот в следующую, на стриме разыграем среди тех, кто выполнил эту боевую задачу, еще один год према. И у меня вопрос к тебе, а лучше к Мёбиусу. Давай Мёбиус вот с этим лицом каменным ответит. Господи, человек просто бог. Мёбиус, скажи, пожалуйста, реально ли выполнить за год према боевую задачу, нанести кораблям 1 000 000 единиц урона, заработать 5 миллионов кредитов и заработать 20 тысяч чистого опыта. Выполняется в случайном, кооперативном и клановом бою на кораблях 5 уровня или выше. Реально до 24 числа успеть? До 24 мая? Да. Ну, я думаю, да. Да? Я думаю, что Мёбиус выполняет задачу за завтраком. За завтрак. Пока банит 666 человек. Не, ну в смысле, здесь нету никаких порогов, что типа нужно заработать там, не знаю, 200 тысяч урона за бой. То есть оно все накапливается, и просто если ты хорошо играешь, мне кажется, ты за выходные вообще спокойно выполнишь. Прям вообще. Так что, ребят, задача не такая уж сложная, пожалуйста, выполняйте. У нас в кораблях как бы цифры все большие, мы же это большие, у нас там 100 тысяч урона. Спокойно. 100-метровый эсминец, 200-метровый. Ну да, поэтому вот эти цифры звучат вполне реально. У меня есть вопрос. Да. На том аккаунте, на котором я играл. В спис? Да, именно на нем. Помимо одной десятки, есть еще одна десятка. Советская. Советская. Линкор. Линкор. Слава. Слава. Да. С дальностью. И с точностью. Ну, на дальность, начнем с этого, да? С возможностью раскачать ее в 28. Да. Я даже не представляю, там еще какое-то перечисление будет, да, и торпеды у нее, и эхолокация, и гидра. Не-не-не, ну корпус прям знаком. Вообще она летает. Вообще она летает. Авиагруппа у нее что это, отдельно. Куда это, как это? Зачем это? Мы наконец-таки про славу, ребята. Про славу. Сразу, чтобы там дальше это не потерялось, дисклеймер, в отличие от кораблей, которые да, он же победа, потому что ребята вот спрашивают, они не знают. Слава, победа, это как бы, да, одна и та же сущность. Рабочая. Финальное название, думаю, будет слава все-таки. Но она могла быть известна им как победа на тесте. Очень хотелось попробовать такую вот, ну, вот на Кремле, да, линкор ближнего боя, но баллистика-то у него очень клевая. Ну, и ну, в принципе, у него из-за этой баллистики на самом деле даже вблизи может быть большой вертикальный разброс, просто потому что недолеты, ну, перелеты, потому что просто вот эллипс растягивается. Баллистика крутая, и как бы хочется. Хотелось попробовать, а что если создать альтернативную десяточку, на которой эта вот баллистика будет использоваться для огня, наоборот, с большой дистанции и для такого снайперского геймплея. В итоге получился концепт славы победы, у которой высокая дальность, разброс у нее настроен другим образом совершенно. Он, наоборот, вблизи он ничем хорошим не хвастается, а вдали у него относительно одноклассников прекрасная кучность у нее, у него. И при этом вот все эти прекрасные особенности бронезащиты у него отсутствуют. То есть там, по-моему, он вообще равномерно покрыт обшивкой 32 у него везде, да? Да. По сути, да. Это значит, что он так или иначе будет принимать урон от очень многих источников. Фугасы там будут его пробивать многие. А плюс у него бесконечная, насколько я помню, аварийная команда. Да. Но при этом хилка уже сейчас, по-моему, там была... На тесте она еще абсолютно стандартная. На тесте там 4 заряда, да, но как бы не исключено, что это будет еще меньше зарядов. То есть это линкор, который офигенно позволяет эксплуатировать ошибки противника с большой дистанции. Противник подвернул борт, ты ему отправил зал. Нет противника. Как бы, ну не то, что нет противника, естественно, каждый... Нет половины противника. Нет половины, то есть очень консистентный, хороший урон вдаль, но при этом очень большая уязвимость вблизи. Снайпер, линкор-снайпер. Вот хотелось такой геймплей попробовать. Он сейчас на тесте, и, собственно говоря, в ближайшее время, если это еще не случилось, мы остановим тест вот этой итерации, соберем ставку, фидбэк, посмотрим, что делать дальше с этой концепцией. Я думаю, не маленькие шансы, что эта концепция таки останется, может быть, какие-то правки, но в целом, насколько я знаю, я честно скажу, что на славе как бы мой экспириенс там практически нулевой, но я знаю, что вот эти ребята, когда играли, вот Миша сделал лицо, когда ты играешь на славе. Они как бы хохоча раздают, и это прикольный геймплей. Надо туда еще капитаном посадить, да. Человек с фамилией Макаров, и будет у вас слово Макаров. Да, эта шутка у нас уже была, тем более, знаешь, у нас есть же крейсер «Адмирал Макаров», то есть их прям в пакетике можно продавать. Слово Макаров в пакетике.
Да. Слушайте, у меня это, я хочу, у меня вот есть кораблик, который Ленинград называется, есть человек, который Nordwind 89, очень недоволен тем, что мы его игнорим. Nordwind 89, ты получаешь от меня Ленинград за вопрос, которому Филиппу точно не понравится. Потому что вопрос звучит следующим образом. Хватит игнорить, почему отобрали РЛС, которое было изначально у линкоров, почему отобрали РЛС, которое было изначально у линкоров и так далее 7 раз. Почему отобрали РЛС, которое было изначально у линкоров? Хочу задать вопрос не тебе, а Ване, который ухмыльнулся, когда услышал вопрос. Ответь, пожалуйста. Кто забрал, тот отвечает. Да. Примерно ты. На самом деле показалось, что оно не слишком бьется в эту концепцию, ну потому что РЛС-ка работала там на 15 километров и... Ну, скажем так, в целом засветить в этой окрестности вражеский линкор это не очень сложно. У них в нашей игре большая заметность. И, ну показалось... Давайте напомним зрителям, потому что не все могут помнить, может, даже вспышка не помнит, что на тесте изначально у этих линкоров была РЛС особенная. РЛС, которая светила только линкоры и авики. Да. То есть это была не обычная РЛС, это была РЛС, которая светила только два класса. И была концепция в том, что как бы эти линкоры будут лучше контрить другие линкоры, потому что они будут их светить. Ну, РЛС 15 километров это прям дофига, у нас такого нет в игре. Но, но светят только большие корабли. И вот это мы отобрали. А дальше почему? Да, я бы еще сказал, что она на самом деле несколько показалась, ну, такая, по многим фидбэкам игроков, странной. Вот, особенно есть, в Фагоде. Да, там были некоторые очень странные взаимодействия, которые, ну, как-то показалось нам, что мы не хотим сейчас протаскивать в игру на советских линкорах. Вот. А именно во время плохой погоды, грубо говоря, ты вырубаешь ту РЛС-ку, и другой линкор на 15 километрах от тебя получает безнаказанно и долго, и больно. Я правильно помню? Да. Ситуацию. Да, это очень странно. Поэтому вот. А почему не дали на линкоры обычную РЛС? Ну, потому что это вообще очень боевая штука, и нам как бы хватает Миссури. Вот, с обычной РЛС-кой. И, наверное, финальный что вопрос. Что подчеркнуть, да? От меня? Я правильно понимаю? Подчеркнуть что? Все остальное, что у них отобрали. У кого? У линкоров. Слушай, ну, видишь, тут юмор в том, что когда мы убрали эту РЛС-ку, их боевая эффективность, как бы, сколько я помню, вообще не особо просела. То есть это довольно бесполезная РЛС. Потому что она как бы и не нужна была, да? Потому что она очень ситуативна, но при этом иногда она бесит и работает не очень понятно. Ну, то есть зачем это делать? Поэтому справедливо. Да. Вопрос от меня совместно с Борисом По, которому тоже что-нибудь. Борис По? Да, Борис По. Борис По, ты получаешь майку, потому что так сказал вспышка. А он сказал? Что-нибудь. Он перевел на майку. У меня это, курс нет, конверсии. Нет, чтобы Ленина майку. Как вы объясняете, что на одну хилку меньше у линкоров СССР, у бритов хотя бы хилит больше? У бритов хилит больше. Линкор СССР... Ближнего боя. Ближнего боя. А зачем как бы им давать возможность жить в эндгейме прямо? То есть здесь как раз фишка... У него, как раз, мне кажется, мидгейм исключительно. Не, понимаешь... Эндгейма там может и не быть. Максимальное количество хилок получается 4 с суперинтендантом, но как бы все линкоры будут брать суперинтендант, особенно советские, потому что ты еще и аварийку получаешь дополнительно, она тоже не помешает. И плюс, ну, ясно, что на высоких уровнях, особенно расходник второго типа, то есть 4 хилки на одну меньше. Пошел, продавил, ворвался, раздал. Хорошо раздал, молодец. Плохо раздал, матерись на союзников. Плохо раздал, матерись на союзников, и как бы в лейтгейме у тебя хилок не осталось. Да. Это действительно концепция, такая концепция. Эти ребята приходят, ломают лица и идут в Вальгаллу. Вот как бы, я не знаю, Иван, у тебя есть какие-то альтернативные? Я активно ломаю лица. Я еще не слышал. Это концепция раш по центру, да, фактически? Да, но естественно, если этот раш не очень умный, то как бы можно огрести. То есть мы когда всегда говорим вырываться с умом все-таки. Ну, как делают игроки нормальные, потому что я думаю, игроков, которые зажимают клавишу W, врываются и отдаются на там, какой-то минуте начальный бой, никто не любит особо, ни тиммейты, ну, враги их, конечно, любят очень. Но да, в целом это сознательный шаг был. Раз мы подобрались прямо к финалу и уже обсуждаем высокоуровневые корабли, у меня последний вопрос нашей маленькой викторины. Первый ответивший получит 10 контейнеров. Из правильно ответивших выберем еще одного человека. Тоже ему 10 контейнеров дадим. Вопрос про Кремль. Под руководством кого группа инженеров разрабатывала линкор проекта 24, ставший основой для игровой модели линкора Кремль? Пожалуйста, пишите ваши игровые никнеймы и после этого правильный ответ. Класс.
Да. Мне вот, не бодренько вообще. Нормально? Тебе понравился стрим? Ты в корабли играешь? Ты готовился? Слушай, понравился. Я устал сидеть на одном месте. Вспышки не дали казематы, не дали торпедные аппараты, не дали характеристики. Наоборот, моя задача, я видел ее так, прийти и сказать, дайте казематы, дайте, все дайте. Все дайте. А потом, просят, что, дайте. А потом сказать игрокам, а ведь я просил, а они не дали. А, можно сделать именно так, но с другой стороны, когда пойдет, а может пойти что-то не так, ну, когда уже дадут? Цифры. Дадут. А ты такой? Надо дать. Я хочу, чтобы люди помнили, что надо брать. А вам напомнить, что надо дать. Звучит сложно, но разумно. Но это исключительно... Ребят, вы должны понимать, что это все основывается на моем личном небольшом опыте. Вот можешь поподробнее? Ты играешь в корабли периодически? Периодически, да, набегами. Я играю в корабли набегами. Набег говорит о том, что... Я пару месяцев плотно сажусь и начинаю прокачивать какую-то ветку до конца. Там. Чтобы просто вот быть чтобы, в теме, да? Чтобы просто поиграть. Да? Я уже в ходе игры погружаюсь потихонечку в тему, что добавили, что изменили. О, погода, хорошо, погода. О, погоду изменили, она теперь по-другому работает немножечко. Увидел. Увидел вот эти РЛС, как работает. Но не сейчас, позже я описываю предыдущий опыт. Там захотелось получить ЕМАТ наконец. Качался там параллельно американцев и японцев. Выкачал, получил. Захотел там свободкой открыть в тот момент доступный Миссури, кажется. Миссури был доступен вот. Долго достаточно. Долго достаточно. И вот я как раз, кажется, успел его свободкой открыть. Вот. Ну. То есть аккаунт в спис, он как бы довольно элитный. Там есть Миссури. Там есть Миссури. В списка, да. В списка. У меня просьба, знаешь, какая? Мы уже практически вот это вот все подходим к концу, и у нас есть невоспитый герой. Вот мне писали, что мы обращаемся очень часто к какому-то непонятному человеку, который сидит там на задворках. Джон Доу писал. Джон Доу, тебе майка, потому что страна должна знать своих героев. Можно глупый вопрос, спрашивает Джон Доу. Кто такой этот Ваня? Можете его представить нормально? А то сидит неизвестный чел, а оказывается, что он как раз и несет ответственность за ужасную ветку линкоров СССР. Ваня, не хочу на тебя одного вешать ответственность, но я хочу, чтобы ты представил Ваню, потому что этот человек, ну как, невоспитый герой. Давайте кажется, называть ее крутой. Петр. Петр? Ну, чтобы, мало ли, не Петр? Нашли его. Расскажи, кто такой Петр. Я все-таки обожаю вот вопросы. Как бы, не дай бог вам, ребята, устроиться работать геймдизайнером баланса в любую игру, потому что это всегда самая прекрасная должность. Все игроки ненавидят исключительно этого человека в любой игре. Вот прям... Весь хейт идет на этого человека. Просто замечательно. Потому что он Иван Комаров, наш старший геймдизайнер, который отвечает за баланс, настройку кораблей уже достаточно давно. Да. И, ну не знаю, корабли, которые настраивает Ваня, мне нравятся. Особенно премы. А по времени достаточно давно, как, может быть, это... Это... Должность передается каждые чуть три больше месяца. Года. Чуть больше предыдущий года. Делает харакири и следующему. Ну, нет, чуть больше года. Меч. Чуть больше года это хорошо. Причем, может быть, ты расскажешь, откуда к нам пришел? Ты же у нас был этот такой знатный хардкорный игрок. Ну да, я в свое время, на самом деле, в корабли начал играть еще, кажется, на закрытом бета-тесте. Вот. А дальше мне как-то так втянулось, я втянулся, мне понравилось, и я дорос до там, одного из топовых кланов нашего региона. Вот, это Sea Cats'n, SK, вот, мы там выступали в турнирах, ну, то есть, было весело, такой соревновательный мир кораблей, и вот оттуда я уже пришел, собственно, в команду кораблей. А ты сейчас играешь на пресаке или на своем аккаунте? На пресаке. На пресаке. Тогда, может, пару цифр, ты же не стесняешься своего ника, правильно? Можешь? Нет, так он мне, на самом деле, даже на пресаке, он мой ник. По черной ВГ. Да? Сир Нельсон. Какая у тебя статка? Помнишь, сколько боев, какой процент побед? Ну так, чтобы просто... Процент побед что-то за 60. А так тоже могу. Кстати, я правильно помню, что разброс по процентам побед в кораблях отличается от танка, кстати? Да, да, в кораблях можно жестче нагибать, чем в танках. Смотри, как Миша там жестко кого-то нагибает. Нет, пока меня нагибают. С большим процентом побед, увереннее. С увеличением процента побед лицо хмуреет. Хмуреет.
Итак, мы задали последний вопрос про Кремлю. Морщинка я прошу... на 75%. Да, сейчас... сейчас, Миша, ты как только тебя там окончательно победят, ты проведешь нам конкурс, правильно? Попробую. А для того, чтобы Миша провел успешно конкурс, я прошу режиссера трансляции раздать волшебную... Вот, сломался ведущий. Волшебную ссылку. Раздайте, пожалуйста, волшебную ссылку немедленно прям. Вы по этой ссылке, уважаемые зрители, переходите, регистрируетесь и участвуете в конкурсе. Мы 100 человеком раздадим по 8 контейнеров, всего 800. Бабах! И буду вам очень благодарен, если вы все-таки в этом конкурсе поучаствуете, потому что, ну, как бы, что, мне приятно вам раздать что-нибудь. Подведем итоги. Мы много кому чего дали. Может, ты кого-то еще хочешь отметить чем-нибудь? У нас есть уникальный лутбокса-приз, который мы тебя заставим подписать. Там будет такой пакет и двойку тому, кто его ни сюда не принес. В нем будет маечка, кружечка и что-нибудь еще интересного. И твоя, как минимум, подпись со стрима. Приветик, кому его отдаем? Давай дадим за хороший вопрос, который звучит так. Уважаемые разработчики, ник Стрикс Гейм. Стрикс Гейм, да. Пожалуйста, это. Вопрос такой, что по поводу ПВО? Не очень правильно кинул. Если потратить очки на ПВО, то не будет живучести. Эффективна ли вообще заточка в ПВО, если ЛК ближнего боя продавливание? Да, все-таки вопрос именно в разрезе советских линкоров, не все игры. Да, да, именно советских линкоров, не все игры. И здесь есть конечное количество вот этих очков, 19 их. Что? Что ты смеешься? Что? Мне просто присылают вопросы из чата. И я потом уже думал, 19 очков тебя радует. Так. Все-таки тут со всей игрой тоже связано. Ну, ПВО, на самом деле, на Кремле ПВО прям очень хорошее. Я не знаю, там насчет лучше, там не лучше, но оно прям в топе среди вот линкоров 10 уровня. Как бы поэтому на нем может иметь смысл заказчиков ПВО. Но есть связанный очень важный момент. В данный момент нас не совсем устраивает эффективность закачки в ПВО и работа с ПВО, а это складывается из потраченных перков, установок модернизации и работы с приоритетным сектором. И в целом, мы это уже, кстати, игрокам несколько раз говорили, у нас сейчас в работе есть ряд изменений, которые сделают вообще во всей игре закачку в ПВО и использование механик с этим связанных более эффективным. То есть хочется, чтобы оно вознаграждалось больше. Возможно, сейчас оно вознаграждается недостаточно хорошо, на всех кораблях, и в том числе и на советских линкорах. Они не особенные в этом плане, но есть вот такая проблема. Я думаю, что оно поменяется в ближайшее время. А у нас люди прям кричат, что у нас ссылка не работает. Подождите, вас просто много, вы все туда ломанулись, а двери узкие, понимаете, вот это вот как бы бутылочное горлышко, мне кажется, называется, да? Ладно. Ваня, как тебе стрим? Потому что Миша, я точно знаю, что понравился. У него все на лбу написано. И на прилегающей территории к лбу. Как тебе стрим? Хорошо. Хорошо? Ты не перенервничал, все нормально, каверзных вопросов не было. Может, какой-то мягкий, тебе не показалось, что он Сергей мягкий? Типа он как-то так... Меня не трогал. Я не об этом. Мог лещей прийти надавать, называется, сказать, вы там, разрабы, что утворили? А он как-то понравилось даже. Вам с этим жить. Сергей, он такой, знаешь, он очень мягкий, вежливый, спокойный, а потом ты понимаешь, что торчишь ему уже корректировщики, торпеды. Как бы там были здесь вранью, такой, как бы, я не совсем... Какой момент? Это умный человек. Ладно, я понял твою тактику. Вот. Она была с самого начала, а Сергей ее придерживался. Да? Я думаю, самые правильные люди, уже выписали все, что наобещали. Выписали вот так, так у них есть документик. Пакетик. И завтра мы в новостях об этом узнаем. Так вот, корабельный. Я предлагаю все-таки, может, мы разыграем? Он сказал что-то, Ёшкин кот. Кто здесь? Ты предлагаешь разыграть уже прямо сейчас, да? Разыгрывайте. Я свое... Давайте подведем небольшой тогда итог в таком случае. Филипп, можно? Резюме. Линкоры. Резюме, во-первых, стрим классный, спасибо, потому что у нас получилась, ну, как бы, очень такая дискуссия. Мы где-то соглашались, где-то не соглашались, объясняли свои позиции. Это вообще клево. Мне такие стримы дико нравятся, не часто удается. Потому что я первый раз. Потому что обычно ты сидишь и задаешь всякие вопросы. Из чата. Типа, а правда, что разработчики едят детей, ха-ха-ха. Вот спасибо тебе за это. Но здесь стрим... Не ел ни разу. Да. Вот. А по поводу резюме, я в целом, наверное, по тому опыту, который я успел получить, ну, в основном, помимо каких-то нюансов, я согласен с мнением Сергея. Мне кажется, действительно, ветка максимально себя ярко и красиво проявляет где-то 7 уровня. До этого есть всякие нюансы, которые надо использовать. Ну и, честно говоря, я желаю этой ветке удачи. И думаю, что как бы, если что-то с ней будет не так, мы все поправим. Но пока
По-моему, это все-таки общая оценка, положительный релиз. Не за грамми версии 0.8.4, они будут уже у всех в доступе. Да, включая десятки, включая начальные уровни, и тогда мы уже сможем еще какие-то выводы сделать. Когда все на них пойдут играть уже в массе. Вот. Твое резюме? Мое резюме следующее. Мне понравилось то, что на больших уровнях творилось. Девятка-десятка меня полностью устраивает, у меня нету к ним вопросов вообще. Хотелось бы более интересного геймплея вот в середине, более уверенного. А уверенность складывается немного из дальности, немного из брони, вот из этого. Чуть больше уверенности, потому что с точки зрения игрока, который играл в игру и в другие проекты Wargaming, понимает, как, в принципе, происходит жизненный путь внутри ветки. И понимают, что некоторые игроки там не понимают, что это там кактус, какой-то корабль, который не нравится. Играют и перестают играть, и бросают. Я понимаю, что ну, вот это кактус, его надо перетерпеть. Но не все понимают, что это надо перетерпеть. Хотелось бы, чтобы не было этих как раз ощущений вот этой кактусовости. Роуна. Поэтому... Балтимор. Да, Балтимор уже не кактус, но в целом идея понятна. Вот. Идея моя в том, что и мой итог. Мне бы было интересно самому докачаться, там, честно, откровенно. Они меня даже не покормили, если что. Так. Вот. Ты радуешься, что воду принесли? Да, это было неплохо вовремя. С одной стороны, мне интересно докачаться до десятки, и, ну, как альтернативу там Ямато, который имеется в виду, и Монтана меня не впечатлила. Вот, а как раз десятка советская, она мне интересна. Ну, видимо, потому что очень я любил императора Николая и именно стиль боя. Там, подойти поближе и вдарить из всех орудий, он мне сам по себе близок. Поэтому вот. Я думаю, сейчас у тебя уже тебе не терпится что-то сказать. Да. Скажи. Я спрашиваю, можно, да? Я закончу, так, позвольте. Извини, вспышку... мы все друг друга перебиваем. Да, вы здесь вообще хозяева. Посадить вспышку в черный вертолет и что, в лес? Иди в баню. Это другой чат, прости. Это не Малик, да? Ладно, давай, ты заканчивай, как бы я тебя внимательно. Сбил, зараза. Извини. Топы хороши, до топов пострадать. В некоторых местах, не везде. Но кроме тройки. Это глобальная моя, да. Оценку какую-то ставить не буду, потому что каждому кораблю достойна своя оценка. Там кому-то тройка, кому-то пятерка, кому-то десятка по десятибалльной шкале. Вот. В целом, в общем, я надеюсь, что благодаря этому стриму удалось некоторые идеи посадить вам где-то на листочек или в голову, чтобы помнить о болях игроков, что им хочется, что им надо и где им будет комфортно. А про торпедный аппарат подумайте. Вот. Да. И закончим на позитивной ноте. Позитивный. Уважаемые, закончим разговор о советских линкорах. Следите за блогом разработки, потому что сегодня, насколько я помню, мы анонсировали небольшое приятное изменение для Кремля. По результатам тестирования он у нас получает улучшенную сигму и улучшенную перезарядку ГК. Так что он станет еще приятнее. Приятно. Можно за это дело поставить лайк. Вот. Подписаться на канал и сделать все остальное, что мы так любим. Да? Да, да. Если вам не сложно. А если вам сложно, поставьте дизлайк. Я получаю зарплату дизлайками, чтобы вы поняли. Как вы видите, какой я богатый. Богатый внутренний мир. Придешь еще к нам, если позовем? Вот у нас будут французские эсминцы, допустим, когда-нибудь, может быть. Давай так. Я тебя понял. Придет время, там обсудим. Если придешь, Майку дам. Ну, было интересно. Да? Какой интерес. Давайте, знаете, что сделаем? Напоминаю вам про то, что есть бонус-код, вот этот самый, как в спис. Вводите его, короткий, но мощный, на год према. Это, честно, мы не специально сделали. Если тебе не нравится маленький... Ты в следующий раз будешь этот бонус-код вытанцовывать. Хорошо. Я могу семафором показать. Пожалуйста, вводите его, выполняйте боевую задачу, как подтвердили наши эксперты из студии, она не такая уж и сложная на самом-то деле. Первый человек, который выполнит боевую задачу, получит год према, стоит попотеть. А потом мы на
три места на следующей неделе в пятницу, выберем одного рандомного человека, подарим ему год према. Все сегодняшние участники прям молодцы. Я надеюсь, что вы все перешли по ссылочке, зарегистрировались в нашем конкурсе. Миша, обнови еще раз страничку, пожалуйста, вот предыдущую, если тебе не сложно. Ему сложно, он уже начал выполнять БЗшку. Он уже начал выполнять БЗшку, да? Можешь, если не сложно. Mm-hmm. Покажи, сколько людей участвует там. Вот на последнюю страницу. Не все прощелки. Включай последнюю. Последнюю. Я буду стараться. А могу я вас попросить? Да, конечно. Вы сказали, что сегодня выйдет ролик, да? Про разработку, про кремы. Про Sigma. Видео уже будет. Нет. Блок разработки. Блок. Да. Постблогер. Тогда вопрос. Про то, когда понерфит авиков, я отложу. Никогда? Никогда. Ну, потому что есть комментарии. Слушай, игроков... усиление ПВО, о котором я говорил, но мы это уже просто не будем темы смешивать, но усиление ПВО, как бы, оно бьет в авики. Ну, логично, да? Так авики что... через ПВО. Отдельная тема. Другой стрим. Другая реальность, другая вспышка. Ну, вот уже и анонс. Слушайте, много анонсов на сегодня. Итак, разыгрываем 800 контейнеров, по 8 контейнеров 100 людям. У нас участвует бог знает сколько людей. 1639 человек. Выбери, пожалуйста, 100 из них. Я хочу начислить им по 8 контейнеров твоими руками. А, да, говорят, ты брехун и не дал угля из прошлого стрима. Врут. Всем даем. Даем угля следующим характером. Собственно говоря, можно показать мой экранчик, я могу быстро пролистать. Это уже победители, ты серьезно? Да? Я поздравляю этих ребят, я надеюсь, что вы увидите себя в этом списке. Ждите понедельника, вам прилетает по 8 контейнеров, вы прям лучшие, вы молодцы, что у нас есть. Крути до самого низа, чтобы все увидели там, возможно, себя. Все, вот они все. Спасибо, ребята, вам по 8 контейнеров. А по поводу того, что я брехун, это неправда. Ну, писали много. Да? Значит... Ахтям, если ты не предоставишь мне пруфы того, что ты людям начислил по 3 контейнера больше ресурсов, в которых лежит уголь с прошлого стрима, на котором меня, между прочим, не было, или с позапрошлого, на котором я, между прочим, был, то я пожалуюсь твоему руководителю. А в принципе, я это уже сделал. Да нет, просто давай, это само, подходи, иди его в туалет, и там, где уголь, Лебовский, где уголь? На этой позитивной ноте. Мы, пожалуй, заканчиваем, да? Всем большое спасибо. Вспышка, помаши ручками, ребятам. Всем пока, вы лучшие, мы вас любим, всех обнял.